Разор, элементаль грозы, появившийся внезапно во время бури. Досконально узнаете историю чуть позже, я лишь хочу дополнить то, что когда-то давно, по слухам, наделенный доспехами дух оборонял сам Фростморн. Он был сломлен и перерожден, чтобы служить королю мертвых. Ну а теперь мы узнаем, какова воля тени. Lightning Revenant. Разор. Разор был рожден электрическим разрядом, который возник в результате многочисленных ударов молний во время ужаснейшей грозы. Сразу же он был замечен королем Личом, который предложил ему живую оболочку, если тот согласится служить силам Скорж. Разор согласился, так как знал, что его сила зависит от страха противника, а где, как ни на войне, он может найти их в большем количестве. Овладев в совершенстве своими навыками, Разор пускает электрические волны на своих врагов, а его удары быстры, как молния, превращающая жертву в пепел. Враги, зная его способности, не решаются вступить с ним в схватку один на один. Нападай с Лотаром. Рики минус. Этого пацана тоже надо минусовать. Давай. Хорошо. Мне БМ не нанесется там. Оп, хорошо. Хорошо. Ну, можно сказать, на вставочку. Почему нет? Тинкер работник года. Не знаю, вообще, прифраг для меня Тинкер. Секер очень неприятный. О, его там просто заблокировали. Абонент заблокирован или находится вне зоны действия сети. Как называется это? Хорошо. На мартаретке главное второй кинуть и все. Мом включила. Она сейчас щекотить меня тупо будет. Я по ней не попаду просто, смотрите. Вот я атакую ее. Попал. 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 Опа, а этого я успею еще? Вот этого. Осуждаю. Ну вот сатаника не хватило, да? Хорош. О, прикиньте, кентавр что делает. Зашквар какой. У, вот это плохо. Но надо раздамажить луну. О, я пайп забыл нажать вообще. Опа. Где ты там? На сикере. А, вот ты где. Хорошо. Вот так вот, значит, да, под сатаником. Разные цели бьем. Ой, как хорошо. А почему молнию не кинул на себя? У-у-у. Хорошо. Ну, можно даже на вставочку. Нормально там. Под сатаном. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, как обычно. И что ж, хочу всех поздравить с прошедшими новогодними праздниками. И, конечно же, поблагодарить вот этих спонсоров, которые остаются со мной, поддержат. И, конечно же, знают немного больше и смотрят контент немного раньше, друзья. Напоминаю про спонсорку, там прикольные стикеры, прикольные картиночки, чтобы выделяться в чате. Так что заходите, смотрите, ознакомляйтесь. И желаю всем, ребятки, хорошего настроя. И, конечно же, спасибо, что верите, поддержите и помогаете продвигаться вперед, двигаться, уничтожать, разносить и, конечно же, делать вот такие видосы, которые вы сегодня, конечно же, друзья, видите. Ну что ж, всем приятного времяпрепровождения. И, конечно же, сегодня у нас гайд на Разора. Посмотрите на вот этого вот Разора, на элементаля в доспехах. И, конечно же, все вы знаете, что Разор это дота, а антимаг это пуч. И, конечно же, блин, ну те, кто знают, те поймут, в принципе, эту отсылочку. Разор это дота. Конечно, сегодня мы узнаем, как работает Plasma Field, как работает Static Link, как работает Unstable Current и как работает Eye of the Storm. Очень интересные и сильные способности. Сам по себе персонаж прикольный. Основная идея этого персонажа — это у нас тройка. Ну и пойдем и в двойке сыграем. Но в единичке он, в принципе, тоже может разваливать. Но как единицу в нормальных играх этого героя вообще не используют. Как тройка, вот такой вот герой. Просто
через второй, через худы, пайпы, БМы. Но, конечно же, сегодня эту каточку я вам покажу. Сегодня будет три игры, не больше. Три игры, не больше, ребятки. Одна будет секретная каточка. Ее я, конечно же, на превьюшке палить не буду. Пилить чуть не сказал. Ну и, конечно же, это, в принципе, все. Пожелаю всем, ребятки, приятного просмотра. Не скипайте теорию. Сегодня узнаете много нового. Все, поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это плазма филд. Прокачиваем эту способность, хоткей у нас F. У этой способности имеется дальность применения 700 единиц. Но это, то есть, не дальность применения, а получается радиус. Давайте заюзаем эту способность и посмотрим, что происходит. Вот такое вот у нас статик поле появляется. Оно дает вижен, как вы видите. Обратите внимание, что на 4 секунды дается вижен у нас там, где мы не видели. И, конечно же, продамажило там у нас оппонентов. И вот так вот можно прикольно использовать эту способность. Это хард способность, которая наносит очень большое количество урона, если правильно этой способностью воспользоваться. Данная способность у нас, так как имеет АОЕшку 700, то есть это вот эта вот дальность поля. Но если вот этой темой краешком вы цепляете, у этой темы вот, вот этих краев радиус составляет еще 200 единиц. То есть получается на расстоянии 900 вы можете кого-то продамажить. Данное поле дамажит очень интересно. Чем ближе вы стоите к оппоненту, тем меньше ему нанесет. То есть, если вот так вот стоит, то нанесет ему очень мало. А если вы стоите чуть-чуть подальше от него, то если краешком, самым концом будет задевать, то нанесет немного побольше. Это первый момент. Второй момент. Данное поле наносит дамаг в два действия. То есть, это как? Смотрите, когда поле первый раз разворачивается, наносится первый урон. И когда поле возвращается, наносит второй урон. И эти два урона, они варьируются в зависимости от расстояния между оппонентом и между самим разором. То есть, чем ближе вот этот разор к оппоненту или наоборот, тем меньше урон нанесется. То есть, в профите этой способностью пользоваться будет на максимальных там краешках. Вот так вот продамажить, как-то подмансить, чтобы... Ой, даже типы сагрились, выбежали. Эх, вы, вилдкины, идите спать, отдыхайте. Блин, новогодние каникулы. Вот, короче, смысл такой, что нужно аккуратненько, четенько краешком цеплять. Но если не получается, то вы нанесете по минимуму дамаги. Эта способность наносит у нас магический урон, ребятки. И худы пайпы все смягчат, конечно же. Но и в БКБ эта способность работать не будет. Но я думаю, вы поняли. Вкратце, по этой теме все. Смотрите, давайте разберем по уровням прокачки. По уровням прокачки у нас улучшается здесь количество урона. И смотрите, тут написано минимальное и максимальное значение урона. Все вы помните, ребятки, что я сказал, что плазма филд наносит дамагу у нас в две стадии, а именно первая волна и возвращается еще раз, наносит урон. То есть вот так вот это и работает. То есть минимальное это у нас 60, то есть это если к вам в упор вот так вот подойдут, то вы минимально нанесете 60 урона юниту, который вот здесь вот у вас будет в упоре. А максимальное это, конечно же, у нас будет значение вот 160, это когда юниты будут на максимальном расстоянии от вас и, конечно же, получат они 160. То есть это так и работает. На этой же табличке написано немного по-другому. Смотрите, минимальный урон, ну, допустим, смотрите, давайте по порядку. Радиус 700, урон ширина 200. То есть это то, о чем я говорил. Если радиус у вас максимальный 700 этого поля, то плюс еще 200 это АОЕшка самого поля, то получается 900 в совокупности. Это, я надеюсь, вы поняли. Смотрите, минимальный урон 30. То есть почему он 30, минимальный урон? Тут в табличке, вот тут в табличке 30, а тут он 60. Это тема типа такая. Смотрите, когда вы... К вам в упор стоит персонаж, то есть его два раза ударит, правильно? То есть первое поле, которое выходит, и второе поле, которое возвращается. То есть получается у нас этот дамаг делится минимально. Если у нас 60, то получается за один пролет 30 нанесете, и за другой тоже 30. Вот тут вот по этой табличке, тут вот это так и работает. Но максимальный, конечно же, как правильно написано, 160. То есть 160 вы нанесете, то есть... получается не 160, получается, блин, вот пополам 160 это 80, да, 80 так, когда разворачивается, и 80, когда возвращается. Но почему-то вот в этой табличке написано правильно 160. А зачем тогда 30 было разбивать? Не суть. Короче, на этой табличке не смотрите минимальный, а вот тут вот по уровням прокачки смотрите. Так что все должно быть хорошо. В общем, на первом уровне минимальное 60, максимально 160. На втором 100 минимальное и 230 максимальное. На третьем 140 минимальное и максимальное 300. И на четвертом 180 минимальное и максимальное 370. То есть на ласт уровне, если вы краешком прям вот этой плазмы
плазмы филда, будете цеплять оппонентов или крипов, там, которые хотите задамажить, то вы нанесете 370 урона без учета резистов. То есть худы пайпы все смягчат, это я уже говорил, правильно? 370 урон. Но примерно 320 дамаги вы точно внесете. То есть если вы краешком вот так вот будете разорчиком, так опа, подмансили, так тудух, так сразу тык-тык видели хп, как отнялись, то вот так вот вы и продамажите оппонента. То есть такой прикольный спелл, своеобразный, требует некоторого понимания и, конечно же, скилла для того, чтобы юзать. Не просто там, знаете, бежите на милишника такой, ага, все, мы тебя продамажили, только что-то спелл не дамажит, говно какое-то. Тут механика спелла, что нужно на расстоянии его юзать. Так что вот такая вот у нас тема. Калдаун у нас с этой способности 14 секунд и монокост всегда 125 единиц маны. Очень прикольно на самом деле. Первый спелл, мне он нравится, как хара спелл, он очень хороший. Ну и, конечно же, скорость вот этого поля у нас составляет 636 единиц. Не знаю, зачем я это говорю, это вам все равно, наверное, не нужно будет. Ну и вот такая вот тема. На 2,2 секунды вот такая вот у нас тема, вся вот это действие идет. Раз, два, три. 3 секунды, да, правильно? И вижен у нас дается на 2,2 написано. Смотрите, 2,2 секунды. Сейчас посмотрим. Еще 2,2 секунды написано, что идет вижен. Раз, два, вранье, 3, 4, на 4 секунды, как я и говорил. Так что вот такая тема у нас, ребятки, по первому спеллу. Очень хороший спелл, мне он нравится. Не знаю, как вам, напишите в комментариях, нравится ли вам первый спелл Разора, чем он вас притягивает или чем приманивает. Ну, мне лично нравится, не знаю. Поехали на вторую способность, ребятки. Следующая способность на нашем персонаже, друзья, это Static Link. Очень интересная способность, которая просто уничтожает милишников, не позволяя им ни ластхитить, ни дамажить, ничего не смогут делать. Это высасывание урона. Чем дольше вы высасываете, а вот длительность у нас высасывания 8 секунд, тем больше вы высосите урона. И чем выше уровень прокачек, то, соответственно, тем больше вы сможете и высосать дамага. Вот такая вот у нас способность. У нас тут имеется дальность применения, конечно же, разрыв, ну и, конечно же, длительность определенная. Давайте сейчас это будем все разбирать. Смотрите, Хоткинс С, прокачали данную способность. Дальность применения у нас 600 единиц. Давайте применим на Рикимару и посмотрите. У него дамаг пошел в минус, а у нас в плюс. Рикимару пытается убежать. И мы идем за ним, при этом он подсвечивается, когда находится под вторым спеллом. Опа, через 4 секунды у нас падает вижен, так же как после плазмы филд, и все. И смотрите, Рикимар у нас стоит без урона, а мы стоим с уроном. То есть мы его дамажить будем больно, а он нас вообще не сможет пробивать никак. Как это работает, ребятки? Работает очень простенько. Все время, когда я бежал за Рикимару, у меня пополнялся урон. Смотрите, при этом, если Рикимару отойдет на 700 единиц, то второй спелл у нас, конечно же, прервется, и дамагу мы больше высасывать не будем. При этом тут есть характерный звук и, конечно же, эффектик, что вот эта у нас штучка, она прерывается. И все, смотрите, то есть раз, чпоньк, и все. Дамагу мы не вытягиваем. При этом, посмотрите, у Рикимару тоже там дамагало минус 14, и у нас также было плюс 14. Каждые 0,25 секунд мы вытягиваем дамагу. В зависимости от уровня прокачки у нас тут посекундно увеличивается количество урона, которое мы вытаскиваем. Но каждые 0,25 секунд вытягивается определенное количество. То есть, смотрите, не посекундно, а вот так он, ну, 1, 2, 5, 8, 10, 20 там и так далее идет. То есть не посекундно, так что, знаете, как тут по уровню прокачки, если первый уровень написан на 7 атаки, то значит 7 14 21, и так далее. Не так вот, а оно вытягивается так по чуть-чуть. И это классно тем, что каждую миллисекундочку оно вас бережет. Ведь в драке вы же попытаетесь закинуть второй, и оппонент постарается разорвать эту цепь, правильно? Соответственно, вот это правильно сделано. Далее, что у нас тут, ребятки, есть? Данная способность очень-очень интересна. И, конечно же, длительность на этой способности по вытягиванию 8 секунд. То есть в течение 8 секунд вы будете вытягивать вот так дамагу до максимального количества, которое вам позволяет уровень прокачки. А именно, смотрите, на первом уровне у вас доступно 7 атаки высосать в секунду. Ну, вот так вот это и работает. На втором 14, на третьем 21 и на четвертом 28. При этом КД у нас 32, 30, 28, 26 и монокост 50. Всегда 50 маны для того, чтобы заюзать второй. Длительность этого эффекта составляет 18 секунд. То есть, если вы немного подсосали вот так вот дамаги, то в течение 18 секунд у оппонента вот этот минус дамаги будет, а у вас будет плюс дамаги. Конечно же, это очень приятно. Ну и 8 секунд, как я говорил уже, это общая длительность вытягивания этого дамага. То есть, если вы хотите по максимуму высосать дамаги,
то смотрите, что вам нужно. Вам нужно больше 8 секунд кружить, не больше 8, но 8 секунд примерно кружить возле вот этого юнита, которого вы вытягиваете. При этом вы можете также бить, все можете делать, но, как правило, начинают же убегать все, и, соответственно, когда он убегает, у вас вот так вот будет прерываться. Ну, это, в принципе, понятно. И так уже. И, конечно же, у нас остается дамаг. При этом этот дамаг скинуть как-то нельзя. То есть, это не является бафом. То есть, это просто... Я даже не знаю, как это назвать. То есть, это не баф. И, соответственно, и оппонент не может скинуть этот баф. Вернее, это получается уже дебаф. Но этого дебафа нету. И оппонент не может его скинуть. И никуда вот эта тема деться не может. То есть, смотрите, вот у нас у Сларка там 36, да... Опа, 33. Вот, 33. То есть у него дамага все так же и осталось, да, правильно. Получается, в минусе она у него сейчас и есть. Тут у Разора плюс 15, а у Сларка плюс 33. Тут вот у нас Манта, допустим, вот, смотрите, минус 15. То есть вы никак это не снимете. Вот такое применение. Ой, а что это подобрать не могу? Подбери, блин. Вот, что за баги? О, подобрал. То есть эта тема так и работает. При этом, если второй вы накинете, и он заюзает Манту, вы просто посмотрите. Опа. И вы просто палите вот этого персонажа, которого вы юзали, вот так сказать, вот этот статик линк. Кстати, эта способность очень жесткая тем, что она будет работать даже там в юлах. Ну, смотрите, то есть я просто потещу, сразу вам покажу. То есть вы вот так вот даете, оп, накидываете юл, у вас дамага, смотрите, закидывается, а у него снимается. То есть эта способность даже юле работать будет в астралах там, в латарах. То есть если юнит будет в латаре, то есть, соответственно... Вот так вот он заходит, он попытается от вас убежать, то вы будете его вот так вот пропаливать, при этом он будет давать такой вот вижен, но не дает true sight, конечно, это слишком имбово было бы. Ну и вот так вот все эта тема и работает. Очень интересная работа против линки, если честно, я вообще не вкурил вообще, как это работает против линки. Посмотрите, вот у Сларка есть линка, она полностью рабочая, я вам сейчас покажу, давайте время пропишем. Линка полностью рабочая, обратите внимание, нажимаю U. Линка сбилась. Ресторим Юл. Смотрите, отресторили его. Нажимаем С. У нас спел ушел. КД. Линка не сбилась. Какого фига? Это как вообще работает? Это как теперь играть в доту? Линка должна сбиваться. Либо это баг лобби, либо, ребятки, это в игре так и будет работать. Но, скорее всего, я склоняюсь к тому, что в игре это так работать и будет. Ведь Юл-то сбивает правильно. Посмотри, Юл правильно сбивает, а статика... К сожалению, у нас не сбивает. Немного не понимаю эту тему, но да ладно, фиг с ним. Ребятки, общее количество урона, которое вы можете высосать на второй способности, у нас равняется вот таким вот цифрам. 58, 115, 173 и 231 единица урона. В принципе, это все по данной способности. Надеюсь, чуть-чуть больше вы о ней будете знать теперь. Ну, в принципе, я надеюсь... Вам рассказал, как это работает. Просто на лайнинге накидываете в оппонента. Ну, конечно же, не в линку желательно, потому что линку вы не собьете. Вот так вот в оппонента. И, конечно, побежали за ним. Опа, дамага набирается. Там даже, опа, вот сюда отблинковались. Типа, иди сюда. И, конечно же, нагнетаем. Все, все. И 18 секунд кайфуем под этим эффектом. Ребятки, поехали на третью способность. Что ж, братцы, самое время, конечно же, разобрать нашу пассивочку на Разоре. Пассивка на Разоре очень классная вещь, не зря я тут, посмотрите, наспавнил столько героев. Сейчас я вам покажу несколько фишек интересных, конечно же. И в целом, как работает эта способность, мы тоже сейчас разберем. Данная пассивка дает Разору Movement Speed и дает какой-то урон, смотрите, 40, 70, 100, 130 демейджа. О чем это говорит? Непонятно, если честно. Что ж, давайте прокачаем эту у нас пассивочку и посмотрим, что у нас поменяется. Смотрите, прокачиваем пассивочку, и у нас дается вот такой вот красивый эффект. Мне очень нравится этот эффект ауры, не знаю, как вам, реально очень красиво, очень качественно. Ну и, конечно же, теперь мы имеем какую-то дополнительную способность. Как видите, дамаг нам не добавился, и что такое, вообще непонятно. Данная способность, когда на вас будет кто-то нажимать кнопочки, вот такие блинки, или будет там нажимать какой-то, допустим, Fire Blast, или какую-нибудь еще одну дополнительную способность к нему, будет прилетать в ответку вот этот разряд, который будет диспелить. Посмотрите, просто сейчас Огур у нас будет с мультикастами, вот так вот он. Опа, Рики прыгнул, он сам себя задиспелил. Сейчас я кину себе Ignite вот так вот на Раздора, и он тоже задиспелит вот этот Bloodlust. То есть все бафы позитивные, которые... будут у нас висеть на оппонентах, они будут скидываться. То есть у Разора встроенные пурги появляются. Ну и, конечно же, вот такой у нас еще есть радар на
всяких баратрумов. И такая молния барина неслась. То есть вы будете сразу уже знать, что кто-то на вас бежит. В целом, когда на вас будут юзать какой-либо таргет, неважно какой это таргет, это может быть еще и Атос, посмотрите, это может быть еще и Атос, это может быть Юл, то оппонент получит разряд вот этот молнии, то есть он получит пурги, он получит замедление, он получит урон, и при этом, конечно же, все это улучшается у нас с уровнями прокачки. Ну и не забывайте про те диспелы, которые также у нас будут накидываться на оппонента. И максимально сильное будет замедление. Что ж, смотрите, давайте разберем табличечку. Ну, надеюсь, вкратце вы поняли. Потом чуть больше еще поговорим. Смотрите, дополнительная скорость передвижения 4, 8, 12, 16%. Вот так вот у нас разор ускоряется. С помощью пассивки разор у нас становится намного быстрее. Урон 40, 70, 100 и 130. Когда на вас будут нажимать какие-то кнопки и оппоненты будут пуржиться, они при этом еще будут получать урон. То есть прикиньте, если огр просто так, образно говоря, нажмет на вас две кнопки, у него вот по 130 урона, ну примерно минус резисты 100-200 хп улетит. То есть вот такая тема. Прикиньте против Бриста. Он постоянно первый накидывает, ему невыгодно будет первый на вас накидывать. Он будет постоянно себя пуржить и будет замедляться. Следующее, смотрите, замедление скорости передвижения 100%. Но это, образно говоря, замедление скорости передвижения на 100%. 100% замедления в доте не существует, это так написано. Далее, смотрите, что там написано у нас. Написано, скорости атаки 100%. Это тоже, образно говоря, то есть юнит будет замахиваться, но в скором времени все равно он нанесет эту тычку. И смотрите, самое интересное. Длительность замедления 0.5, 1, 1.5 и 2. То есть с уровнями прокачки длительность замедления у нас будет очень сильно увеличена. То есть посмотрите на Рикимару. Он опа и побежал быстренько. То есть даже вот посмотрите, там написано скорость замедления атаки 100%. Посмотрите на Рикимару. Раз и ударил. Окей, окей. Но это 100% замедление может считываться немного иначе по убыванию доты. То есть получается плюс там ловкость. То есть... Ну, короче, там может, ну, некорректно работать, либо в любом случае тут неправильно написано, либо, ну, скорее всего, неправильно, потому что 100% замедления быть не может. Ну и, конечно же, длительность этого замедления — это просто пушка. Вот давайте еще раз, тут Окр сейчас Bloodlust накидает. Смотрите, пробафал у нас союзников, и, допустим, панда такой бежит очень быстро. А что если... Он закинет ему диффуз, и ему в обратку также прилетит диффуз. Это вообще жесткая тема. То есть, это способность, чтобы вы понимали, то, что если кто-то сейчас подключился, чтобы вы не поняли, что, типа, если вы там даете какую-то способность, она отражается. То есть, диффуз — это таргет. Соответственно, за таргет разор накажет. То есть, если я вот такой таргет кину, разор накажет. Если я кину, образно говоря, диффуз... То есть это тоже таргет, разор накажет пассивкой своей. То есть это так и работает. Это не так, что кто-то там может сейчас зашел и вырвал с контекста, что ага, диффуз кидаешь и диффуз отражается. Нет, так не работает. Ну и конечно же, закинем сейчас атосик. Вот так вот. И тоже так же замедлимся. И улом тоже замедлим. Смотрите, как хп улетает. Нормально дамаги там нанеслось. Как это работает против линки, вы в принципе уже видели. Мы чуть-чуть ранее заюзали. И конечно же... Мы вот так вот закинули Атос, смотрите, прилетает молния, при этом обратите внимание, ребятки, обратите внимание, хорошо, смотрите, закидываем, прилетает молния, она отражает пурги, но дамаг она не отражает, это то есть нужно тоже знать и понимать. Ну и самое классное, это конечно фишка с барой против бары, когда вот так вот молния по карте ударяет, баре там наносится урон, бара не замедляется, у него то есть нету никаких негативов, то есть с него с... Снимется вот эти бафы какие-то положительные. Может там Bloodlust Ogre, может там еще что-то. Что в принципе диспелится, то все будет снимать. То есть у разора такой встроенный, получается, встроенный, вот, диффуз встроенный, вот, получается. Ну и такая тема. Смотрите, это у нас магический урон. Как это работать будет на БКБ? Минус итем. Bloodsk пишем. Минус итем. 230. По идее, на БКБ это никак не должно работать, потому что, типа, ну, разор от спел не должен работать в БКБ, да, в БКБ, но, соответственно, диффуз вы же также не нажмете на БКБшного юнита, соответственно, и работать в БКБ не будет. Отключается истощением, но все вы знаете, что худы, пайпы, все смягчает, и, конечно же, Silver Edge также отключает. То есть, вот такая вот тема. Если сильверухи нас ударяют, то, соответственно, пассивочка отключается и работать не будет. Ребятки,
Есть такие таргеты, как, допустим, стрелы Хускара, Глейвы Сайленсера и Арроу Траксы. На эти способности это не будет срабатывать, потому что, ну, вот такова механика. То есть, как вы поняли, все таргеты у нас должны срабатывать. Но смотрите, на Рикимару Блинк срабатывает. То есть, казалось бы, если мы через R накидываем стрелы на Хускаре или на Траксе, то, соответственно, тоже должна срабатывать, но она срабатывать не будет. Не будет, так как это уникальный модификатор атаки, это считается, что это просто какая-то атака с руки. Поэтому все вот так вот, в принципе, и понятно. Ребятки, надеюсь, эта способность вам понятна. Очень интересная способность, пользуйтесь, реально очень годная тема. Хотя бы в разочек пассивочку вкачайте. Если тем более ВС-бары, у вас будет уже сигнализация, что баратрум на вас бежит. Вы стоите на лайне где-то, крепитесь, и такая молния по всей карте. Раз, ага, понял, бара бежит, значит ухожу под тавр. То есть даже не нужно напрягаться, там иконочку, что-то иконочку смотреть, понимаете? То есть и все тому подобное. То есть видите, даже сейчас вот сработало, что я нажал на разор, и соответственно, смотрите, если обратить внимание, опа, иконка заморгала, хотя нам никаких звуковых оповещений не приходило. Это также и в игре, в принципе, работает. Все удивляются, а бара МХ, говорят. Ой, не бара, а там кто-то МХ, бара на него побежал. Иконка просто моргает, за этим можно уследить. Но иногда приходит оповещение, что на нас напали. Ну и на разоре вот такое еще оповещение с помощью третьего спелла. В принципе, тут более рассказывать нечего. Ребятки, поехали на ультимейт. Ультимейт реально серьезная вещь, сейчас мы ее будем разбирать. Поехали. Итак, ребята, следующая способность на нашем персонаже — это Eye of the Storm, то есть глаз шторма, да, и соответственно эта способность является самой сильной способностью у Разора. А именно, что она у нас делает? Она у нас вызывает над собой тучечку, которая в определенном радиусе будет наносить урон ближнему юниту, у которого меньше всего здоровья. Из вот этой, допустим, вот смотрите, если вот так вот стоим мы, то ближний, у кого будет меньшее количество здоровья, а именно тут Queen of Pain, то, соответственно, ближний будет у нас получать дамагу с ультимейта. Ультимейт у нас бьет с определенным интервалом и, конечно же, снимает армор за каждый этот удар. При этом наносит у нас физический урон. Это тут у нас все обусловлено. Длительность этого ультимейта у нас составляет 30 секунд. И в течение 30 секунд вот эта тучка будет ходить за вами, за разором. То есть она постоянно над разором и будет наносить урон всем, у кого там меньше хп в радиусе 500 единиц. Вот такая вот у нас способность. По уровням прокачки пройдем чуть позже. Давайте сначала применим и посмотрим, что будет происходить. Хоткей у нас Е. Прокачали мы данную способность, давайте вызовем ультимейт и посмотрим. Вот так вот вызвался у нас ультимейт. И смотрите, тучка бьет постоянно. И смотрите, огра уходит у нас тут. Уходит арморчик. И жестко он вот отходит. Опа, и тучка все равно может все равно доставать, посмотрите. И у нас тут, смотрите, как оно еще работает. Если мы сейчас подойдем сюда, у кого меньше здоровья, того тучка и будет атаковать. То есть, вот сейчас тут рядом три цели было, и атакует именно Queen of Pain, потому что у нее меньше всех здоровья. Сейчас она должна атаковать. Но видите, как оно прыгает. То есть, у кого меньше здоровья, того и начинает бить. То есть, у Огра там мало хп, и, соответственно, в Огра у нас ультимейт переключается. То есть, это так и работает. Также эта способность будет в толпе крипов очень сильно досаждать, потому что у крипов меньше всего здоровья, и будет сначала пытаться поубивать крипов, а потом уже будет пытаться убивать там, допустим, ну, героя, которого вы хотите, потому что будет считываться количество хитпоинтов в радиусе 500 единиц, а именно радиус 500 единиц — это радиус работы этой способности, и, соответственно, в этом радиусе будет считываться, то есть, допустим, смотрите, сколько у кого хп, то есть тут Queen of Pain меньше хп, а тут меньше у вот этой панды. Соответственно, чтобы бить Сларка, нам нужно подгадать такую позиционку, чтобы тут никого не было, и вот тут только был Сларк. Соответственно, ультимейту некуда будет деваться, и он будет бить, образно говоря, персонажа, у которого меньше хитпоинтов в этом радиусе. То есть, если тут никого нету, и в радиусе самое малое количество хитпоинтов это у нас 1600, то, соответственно, будет бить. Если мы подойдем сюда, то, естественно, будет бить крипов, а не Сларка. То есть, допустим, если бы у Сларка было меньше хитпоинтов, чем у этого тролля, то, соответственно, Сларк бы и получал. То есть, чтобы вы не думали, как этот ультимейт там взяли, направили туда, закидывается, но нет. Он бьет того, у кого в радиусе 500 от разора меньше всего здоровья, того и атакует. Что ж, давайте посмотрим по уровням прокачки, что у нас улучшается на данном ультимейте. Смотрите, длительность всегда у нас одна и та же, поэтому длительность мы трогать не будем. Смотрите,
Длительность 30 секунд. Дамаг, который мы можем наносить с одного удара такой тучки. На первом левеле 37,5, на втором 50 и на третьем 62,5 урона вы сможете нанести с одного удара тучки. При этом с уровнями прокачки улучшается интервал атаки вот этой тучки. Интервал — это что такое? То есть раз, образно говоря, определенное количество времени этот удар будет достигать цели в радиусе 500 единиц. Смотрите, на первом уровне 0,7 секунд интервал, на втором 0,5 и на третьем... Ой, на втором 0,6 и на третьем 0,5. Вот так вот будет правильнее. Только не туда посмотрел. И смотрите, калдаун 80, 70 и 60. Монокост 100, 150 и 200 единиц маны. Это очень-очень хорошая тема. КД 60, длительность 30. То есть получается 30 секунд КД. Правильно? Математика. Все. Короче, такая тема. Далее, что у нас есть? Есть еще Аганима. О Аганиме чуть позже поговорим. Для теста и для наблюдений очень хочется, ребятки, поговорить о том, что наш ультимейт разгоняется в уроне. Как он разгоняется? Вы все заметили и обратили внимание, что когда ультимейт бьет, у оппонента улетает у нас армор. Соответственно, чем меньше армора, тем сильнее тучка начинает бить. То есть тучка начинает бить уже, образно говоря, тут у нас, смотрите, второй уровень, то есть, соответственно, она должна бить по 50 урона. Но бить она будет 50 урона минус какое-то там определенное количество армора. То есть, образно говоря, сейчас у Слардара, смотрите, смягчение 33%. То есть, получается, 50 урона минус 33%. Вот так это и работает. И самое-самое интересное, что ультимейт начинает разгоняться, так как он снимает защиту. Смягчение армора уходит в минус. Соответственно, ультимейт начинает бить жестче. Чтобы это доказать, мы сейчас еще воспользуемся вот этими слардарами, и я вам, в принципе, покажу эту всю тему. На одного слардара мы кинем амплификацию, а на другом не будет амплификации. У одного минус 20 армора, а у другого 8. Давайте сначала этого побьем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16 тычек дает у нас разор здесь. И здесь тоже давайте 16 дадим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы видели уже, то есть ему 9 тычек нанеслось, а у него уже почти хп кончились. Это очень-очень-очень плохо. И это плохо для оппонентов, но для нас-то хорошо. Чем меньше армора у оппонента, тем сильнее будет туча его настигать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За 11 тычек чуть ли у нас не умер Слардар. То есть, соответственно, чем меньше армора, тем лучше для нашего ультимейта. Ну и не забывайте про то, что наш ультимейт еще и начинает разгоняться, когда сам снимает армор. То есть, чем больше армора снимет, тем сильнее начинает бить. То есть, он так... начинает просто жестко нарезать. Стакается ли этот ультимейт, спросите вы. У нас имеется здесь в инвентаре рефреш, и я не мог это не показать. Соответственно, мы берем, нажимаем, нажимаем, образно говоря, R и еще раз E. Все, и пошло у нас два ультимейта, смотрите. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Просто уничтожение начинается. Очень жесткая тема. И такие каточки я часто играю на стриме, и это очень жестко, потому что этот ультимейт, он начинает просто испепелять все, что рядом находится, неважно, крипы там, герои, он просто этот ульт начинает реально резать, то есть, ну, я не знаю, как это назвать, но это просто трэш. Столько, много урона, на самом деле, не на каждом ультимейте у нас есть, ну и да ладно. Что ж, надеюсь, вы поняли эту тему. Что у нас еще есть? Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. Так как у нас это физический урон, то есть, соответственно, дамаг с ультимейта физикал идет, то через БКБ будет работать. Неважно, там Рейджа Найкса, там спины Юрнеро, там Блейд Фьюри. Соответственно, нам пофиг. Мы просто включаем ультимейт, и он будет там по-своему работать, кого-то хреначить. Ну и все. И еще, что самое интересное, данный ультимейт, он не триггерит такие способности, как вот Counter Helix, то есть это как у... нашего Акса. Потом, что еще не триггерит? Не триггерит контратаку этого легиона. Потом, и не заряжает реактивы Ризрака. То есть, это не считается какой-то атакой с руки, поэтому и не заряжает. Ну и, кстати, еще не сбивает транквил оппонентам, поэтому нужно будет вам напрячься, сбить с руки, чтобы оппонент замедлился. И, конечно же, задушить. Так что, вот такая вот у нас темка. Что ж, ребятки, у нас тут еще есть Аганим. Давайте разберем сейчас Аганим и посмотрим, что он нам дает. Итак, ребят, подобрали мы Аганим, и посмотрите, какой у нас появился эффект. У нас вот такая вот палка зарядилась, она стала синенькой.
И это значит, что у Разора есть Аганим. Очень красивый эффект в совокупности с аурой. Разор такой затюнингованный у нас, апгрейднутый получается, да? И у нас тут улучшается, как вы уже видели, по той, конечно же, табличке, которую я предоставлял. По той табличке у нас улучшается тут интервал. Интервал становится таким. 0,6, 0,5 и 0,4 секунды. 0,4 секунды интервал — это очень-очень-очень, ребятки, много, ну как много, это мало на самом деле, то есть это очень маленький интервал, то есть он тык-тык-тык-тык-тык будет напиливать, я уже скоро шизофреником стану с этими гайдами, если честно. Каждую 0,4 секунды, то есть это в секунду 2 удара, минус 2 армора и так далее. Это очень-очень много, но по табличке, в принципе, вы и так все видите и понимаете. Больше, к сожалению, никаких плюшек тут нету, ну кроме того, что можно теперь будет атаковать строение. Если у нас тут есть вот такие вот строения, допустим, минус спаун он... И, смотрите, минус к спаун к реепс. Крипов заспаунили, у нас, по идее... А, нет, товара все равно неуязвимости стоят. Ладно, спаун оф. Короче, бить товара эта способность также начинает у нас. И, конечно же, по идее, она еще должна атаковать и Рошана. Но при этом Рошана, на Рошана не должно сниматься минус армор. Но мне кажется, Рошана набить не будет эта способность. Нет, не бьет Рошана, я так и знал. Написано еще, что бьет эншентов. Эншентов тоже он не должен бить. Некоторых эншентов, по-моему, не бьет, насколько я знаю. Опа, там душат с лордаров. Хорошо, отходим. Ладно. Короче, пусть они тут воюют. Я даже сам его, в принципе, кикнул. Пусть кайфуют. Трэш начинается. Какой-то трэш начинается в гайде, ребятки. Не обращайте внимания. В общем, эншентов вы сможете бить с аганимом. Без аганима, конечно же, вы не сможете бить. Давайте, допустим, вот без аганима. Будет бить или нет? Бьет. Написано, хотя разделение идет, что эншентов бьет с аганимом, а без аганима не бьет. Но точно скажу, что по товарам только бьет с аганимом. Эту тему запомните. Есть какие-то эншенты, по-моему, которых Разор не может бить ультимейт. Сейчас мы дождемся и потестим. Чтобы у вас меньше было вопрос. То есть, смотрите, у нас появились тут такие. Не, големов тоже бьет. Тоже. Оп, аганим выкидываем, перебафываем. Сейчас ультимейт перебафаем и... посмотрим, что у нас произойдет. Подождем, пока ультимейт пропадет, потому что считается, что сейчас аганимный ультимейт у нас, по идее. Ага, нет, все равно бьет. Оп, и погнали. Не, кстати, онлайн... улучшается онлайн. Да, у нас аганим улучшается онлайн, пацаны. Вы поняли, чем прикол? То есть я, когда выкидываю, медленнее бьет. Когда поднимаю, бьет быстрее. То есть у нас ультимейт адаптируется под поднятый аганим. То есть если вам в драке прилетает аганим, то, соответственно, у вас ультимейт сразу под адаптацию пойдет. И, конечно же, вы будете дамажить намного быстрее. В принципе, ребятки, надеюсь, вам более чем понятен этот персонаж. Все я разобрал, все вам показал. Надеюсь, вопросиков по этому персонажу у вас нет. Так как Разор — это дота, я очень люблю Разора, потому что он очень быстрый. Он очень мобильный, как интернет. Отличный у меня интернет, все вы знаете. И, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра. Для вас заготовил 3 хорошие игры. Одна секретная и 2 дефолтные. Троечка, конечно же, двоечка. И Secret Game также будет у вас сегодня к просмотру. Надеюсь, вопросов у вас нету. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. Ребятки, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал для того, чтобы не пропускать гайды. Также смотрите, гайдов на канале очень много. Не смотрите гайды, а потом задаете вопросы. А как это? Азес, расскажи. Ребятки, ну для вас рассказываю, серьезно. Да, бывают там шуточки неуместные, там тому подобное. Там скучно бывает смотреть. Но... сам смысл того, что я рассказываю, это тот опыт, который я имею и который вам пытаюсь передать. Вы должны это принять и посмотреть. Ну как должны? Если хотите развиваться, не должен никто никому ничего. Если хотите, смотрите. Не хотите, не смотрите. В принципе, все, ребятки. Пожелаю всем приятного просмотра. Как говорится, поехали смотреть практику. Что ж, друзья, загрузилась у нас первая катка. Это отлично. Это отлично. Сейчас, наверное, разберемся по контрпикам, как обычно. А потом пойдем уже по всей теме. Так, баним чё? Баним тиников, баним алхимиков. Всю хрень эту баним, ребятки. Все, чего боится. Каждый, это медовых персонажей. Побаним все нафиг и пошли. Я 3. Напишем на тройку. Ребятки, первая катка у нас будет на Разоре в троечке. Так как Разор — это у нас дота, соответственно, на Разоре... тройки первую каточку, и нам, ну, и нужно, в принципе, идти. В
принципе, даже ФП можно взять. В этой катке знаете, что мы будем собирать? В этой катке мы сыграем так, как должен играть Разор. И должно все так быть. Вот так вот все и должно быть. Мы купим тут худы, пайпы, всякая такую тему, БМ. Короче, максимальный жир, Тараска и все прочее тому подобное. Безумно, безумно можно быть первым. Вот так вот напишем. Вот так вот. Так, я сбился с темы. В общем, что у нас боится Разор? Ну, Разор, в принципе, у нас такой персонаж, который... Ну, по сути, Разора, в принципе, так же легко законтрить, как и другого героя. Хекс, Стан, и все, и до свидания. Слардара очень не люблю против Разора, потому что... Ну, очень тяжелый пик. Тем, что Слардар, он сам по себе амплификацию дает, там никто не живет. Брифму, кстати. О, Клок, кстати, хорошо закрывать будет. Ну, у нас будет БМ и... Худович, Пайпович. Не знаю, насчет Глиммера. Глиммер, наверное, не будем делать. Я думаю, если честно, ну, Пайп. Я хочу Пайп сделать. Тут тем более, смотрите, Луна, ЕС. Я соберу Пайп. Худы, пацаны. Не ссыте. БМчик сделаем. Нормалек будет. Тут фулл танкования будет у нас. То есть будем жить. Возможно, Линку там какую-нибудь еще. Что-то такое поделаем. Хорошо будет. Так, ну. Троечкой мы будем. Троечкой. Сыграем на Разоре так, как должны сыграть. В принципе, как Разор. Каждый Разор должен играть. Это на троечке сыграть. Ну и потом поиграем по дефолтным моим билдам, которые я очень часто юзаю, ребятки. Давайте вот так вот возьмем. Мангусик на самом деле сомнительная покупка будет. Через что? Аквила по-любому. Поэтому кольцо еще возьмем. Смотрите, сколько там милишников. Раз милишник, два милишник, три, четыре милишника. Соответственно, здесь будем качаться через второй. Я думаю, будет второй в макс. Максимально на дамаге, на фейзах. Будем раннюю стадию переворачивать, стараться душить спеку. БКБ тут, возможно, надо будет. Хотя, в принципе, если я буду танковать... Пусть, блин. Иди, Огр, ты. Пусть Огр пойдет. Морта топ. ВХ со мной. Вот так вот распределиться. Мортредка, если не идет топ, она со мной на линии, это зашквар. Со мной должен БХ стоять. БХ со мной должен стоять. Со мной должен БХ стоять. Ну, мид у нас некому, типа, якобы идти. Но такое. Мартретка, если со мной идет, это зашквар. Тем, что она... Блин, ну вот это очень плохо. Зачем мне мартретка на линии? А там два саппорта. Ну, вот no brain называется. No brain, no gain, как говорится. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас, наверное, пойдем ТП на топ сделаем. Но, опять-таки, если мы сделаем на топ, это будет отвратительно. ТП топ делаю. Короче... Я с Мортой стоять не буду. Я с Мортредкой стоять не буду. Это зашквар с Мортредкой стоять на Разоре. Мортредка должна была сейчас уйти на ТП и стоять на топе. У нас автоатачащая Венга, да, походу? Да, фулл автоатака. Давайте немного подсосем. Так, ну, фарма не будет, я так понимаю, но ладно. Просто автоатакой бьет. Вот никогда так, ребятки, не делайте. Никогда. Никогда так не делайте. Так, тут на самом деле проблема в том, что если зажимает на клоке парень, я даже ударить не смогу. Даже ударить не смогу Когу. Это ужас. Блин, внизу линия вообще кайф. У Разора в начальной стадии с ластхитом очень плохо. 47 урона. Еще вот это вот ластхитит. Ужас. Просто, ну, автоатачит. На самом деле под автоатакеров легко подстраиваться тем, что добивать очень легко.
Он просто автоатачит, и ты можешь рассчитать тычку. Это венга, венги проще все равно. Ужас. Ходит. Души его. Надо было бить его. Зассала венга. Да господи, автоатачит, хоть укакайся. Венга вообще, конечно, ужас. Но такой тиммейт, это такой же, как и Мартретка, наверное. Но ничего страшного, разберемся. Через второй будем тут качаться. В любом случае, нам второй тут будет очень сильно помогать. Очень сильно помогать будет. Худы пайпы, все такое. Можно было бы сделать ВГ, но ВГ на дальних персонажей я стараюсь не делать, потому что ВГ не работает на дальних персонажей так, как оно должно работать. Так что держите в курсе. Опа, дали кнопочку мне, хорошо. Давайте возьмем сапог. Можно было бы даже, если бы у меня тут стоял керри, я бы даже подроумил. Но видите, какая каточка у нас немного такая, знаете, картиночки есть такие плохие. Плохие картиночки. Сейчас, наверное, стик возьмем. После стика пойдем все вещи делать. Блок сапог, да? Ага, там стик тоже имеется. Мы тоже стик возьмем. Будет зажимать? Боже, он такой быстрый. Меня догнал почти. На клокусе. Надо активнее стоять на разоре. То есть милишники вообще не должны подходить. Но у меня венга ничего не сделает тут, если я начну нападать. То есть она начнет. Вот так вот делаем. Ага, 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 хорошо. 60 урона есть. Она стоит, крипов бьет, ей пофигу. Вот просто дай стан луне. Смотри, как бычит. Души его. Хорош. Наконец-то. Просто я не знаю, чего ожидать от этой венги. Это очень плохо, ребят. Так, пассивочек мы взяли в разочек. И дальше берем первый в макс. Ну, второй, третий. Будет у нас макс, в принципе. Но венга, конечно, такая, какашка. Никогда так не делайте, ребят. Все, кто мои подписчики, никогда так не делайте. Просто этот автоатака вот это, ну это трэш какой-то. Просто тупо автоатака. Давайте возьмем сразу базилку, тпшку. ЕС ушел на топ, да? Хорошо, базилку оффаем. Мана у нас всегда есть, то, что нужно. Интриги. Интересно, разор это дота. Тут не будет мобильного жесткого разора такого. Будет у нас такой более пассивный разор. Что там, 15 крипов на 14, ну это прекрасно. Это прекрасно. На 14, на 4 минуте 15 крипов. Ну, стоя с такой венгой, в принципе, и должен быть такой крипстат. Потому что парень просто стоит, автоатачит. Дальше что сделаем? Фейзы, ребят. Фейзы, наверное, сделаем фейзы и будем играть уже в более такую, знаете, более агрессивную доту, стараться играть. И делать будем худ. Первое, что мы будем делать, это худ, конечно же. Худ. Так, ушел клокус, да, кстати? Пятый левел, надо будет качать еще дамагу. Прокачку дамаги. Прокачку дамаги еще. На низу, конечно, вообще full free. Я бы на низу вообще как рыба в воде стоял бы. Знаете почему? Потому что там БХ. БХ тупо. БХ там тупо. Кайфовал бы. БХ на ром уходил бы, я бы выходил бы под душу. Хорошо. Сейчас свапнемся, наверное, фазы возьму. Я офига бизи. Че, офига бизи. Ох ж эти тиммейты. Тиммейты. ПХ идет. Я офига бизи. Так, идет роумер. У нас в атаку. Давай, 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 давай. Стики есть, можно поесть. Хорошо. Я офига бизи, говорит. Я не пойду дальше. Нормально, дамагу отсосали. Задушено. Так, я пойду на низ, наверное. Смотрю, на низу низ слит. И мартретка у нас. Афика бизь.
Его на низ. Хил, ману и полетели. Хил, мана, полетели. Рикич внизу. Трусайт не дам, но буду дамагу сосать нормально. Все, стоим фармим просто. У нас тут фрилайн. Вернулись мы на тройку, ребят. Так как мы должны стоять были здесь изначально. Сделали ТПшку. Пусть Мартред... Ну, Мартредка, надеюсь, теперь поймет, что нужно было на топе стоять, а не внизу. Афика бизь, пишет. Начинаем выколачивать свои артефакты, которые мы должны были колотить. А именно... Смотри, что делает. Давайте высосим по максимуму. Давай, драться будешь? Давай. 150 урона разор. Чего хотел? Чего хотел 150 урона разор? Хорошо. Ну, сейчас кольцо купим как раз. Вместо хила. Афика бись, говорит. Давайте немного, кстати, линию подровнять можно будет, пока дамаги нету. Худ первый артефакт. Хотя можно и БМ, но хочу сначала худ для регенов. Вопрос, почему худ? Дефолтные троечные артефакты. Дефолтные. Дефолтные. То есть то, что должен разор в принципе собирать любой катки, как разора юзают в нормальных играх. Сейчас мы такого разора и собираем, ребят, напоминаю. Спасибо всем, кто смотрит гайды. Смотрите гайды, ознакомляйтесь. Очень много нового, очень много интересного, будете знать. Будете потом писать спасибо Азесу, это реально прикольно. Поэтому, ребятки, рекомендую. Так, давайте возьмем дасты. Есть у нас ультимейт, кстати, уже. Ультимейт в крайний случай будем юзать. И нужно на ТПшках ребятам помогать, если что. Помогать на ТПшках. Если вдруг там какая-то лютая суета. Но спеки, кстати, нету. Спеки нету. Где-то спека еще ходит. Спектра где-то ходят. Не знаю, если будут меня душить, то меня толпой будут душить под клоком. Под клоком, конечно, тяжело. Но когда будет худ, будет пофиг на клока. Да, там вон. Портретку нагибают. И я фармлю. Фармлю. Хорошо. Мину какая-то драка. Да, гоу, побежали. Поможем. Помогай, брат, давай, сюда, 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 сюда. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пойдет, кстати, шотну его. Отлично. Дальше, гоу. 150 урона нам хватит. Хватит, хватат. Давайте троечку возьмем. Не знаю, мне пассивку кайф расскажет, что я начинаю быть мобильным. Быстрый мобильный. Не, ну не догоню. И урон уже упал, в принципе. Все, найс. Хорошо, помогли мидеру. Помогли мидеру, давайте. Плак уберем. Можно первый раскачивать, можно третий, ребят. Мне в таком билде третий будет комфортнее раскачивать тем, что я мобильный буду, я буду быстрее, тем более я тут буду в такого, в овертанка. Так, ребята там дальше пошли, что ли? Сейчас колечко возьмем. Оп, хорошо. Ага, иду, иду. Иду, иду. Do you do? Do you need a hand? Опа. Хорошо. О, пошло дело. О, дамага как пошла. И тебя туда же. Хорошо. Можно было там, кстати, заластхитить. Я не ластхитил. Я не ластхитил. Если что, вижен отдадим. Хорошо. Ну, почти трипл килл, кстати, могли тут сделать. Я там не ластхитил. Не варик там было ластхитить. Хорошо. Так, у нас есть артефакты наши. Давайте возьмем еще ВБшечку. Отлично. Возвращаемся на исходную линию. Спеки. Опа. А Мартредка кнопочки нажмет? Ох, улетело, да? Улетело. Ладно, все равно сдохло, правильно? Правильно. Но я кнопочки все прожал только, это плохо. Ничего, зарегеним ману, не беда. Первый берем. Первый возьмем на раздамаг. Тупо гибридно раскачиваюсь. Так что нормально. Можно попушить спокойно. Next БМчик делаем, ребят. С БМчиком хорошо. Интересная каточка у нас получится, я чувствую. Чувствую, интересная каточка получится. Сейчас БМчик начнем делать. Мартретки желательно фарм оставлять, но
Не знаю, конечно. Хорошая у нас мартретка или нет. Так, я отойду, куплю арморчика еще. 10 армора. Так, Рикич там на миду. Я пойду в мид, наверное, схожу. У меня 250 маны уже имеется. А это хорошо. Второй спел вообще ничего не берет. И ультимейт только нажать. 150 маны. Ну и первый вдруг там что там. Что-то там, если будет. 125 маны, конечно же, для того, чтобы что-то заюзать. Нам пригодится. Так, отличная руна. ДДшечка. Погнали. В мид. Попробуем что-нибудь поддушить. Рикимарыч у нас там, видимо. Хорошо. Не выходим пока. Аквилку еще, кстати, выключим. Аквилку выключим. Хорошо, наш клиент. Отлично, можно даже под тэшку за этим. Вообще пофиг. Оп, хорошо. Но через тэшку надо идти. Го-го-го-го-го. Боюсь, там клокус будет. И что, ЕСа? ЕСа тоже чпокнем. Надеюсь, Венга не додумается его свапнуть сюда в толпу. Портретка дальше пошла, да? Нормально, пойдет. Даже пайпуху можно некстом делать. Пеки кнопок нету там. Хорошо. Я пайп начну делать. Нормально, но и все равно очень много дэмэджа вошло там. Очень много дэмэджа. Но это Луна ультимейт, она тем более через первый играла. Луна через первый душит, поэтому очень много дамаги. Хорошо. Сейчас ресипи выфармим. Ресипи. По-моему, косарик до ресипи там. Ну, 800 вообще вроде с пайпа делается. Я очень редко играю на таких позициях, где требуется собирать худ, пайп. Потому что я в основном игрок второй и первой позиции. На данной стадии жизни, так сказать, на стадии того, что я делаю. Блогинга, можно так выразиться. Давайте еще раз пассивку возьмем. Сейчас МС мне, кстати, мог жопу спасти. Он мне спас действительно МС жопу. У нас даже сап есть. Отлично, пацаны. Поддушивают. Что-то как крипа забрали. Ля, а что оно так бычило? Я даже все кнопки нажал. Ладно, значит, пайпуху делаем. Имеем. Давайте ману принесем еще. Есть. Тэшку, аквилу включаем, идем тэшку, качаем ультимейт. Уменьшаем интервал, ультимейт. Нужная вещь, нужнейшая просто. Ага, нету нигде. Как хорошо, что дает вижен. Кайф вообще. Вообще кайф. Ну и next БМчик. БМчик. Ребятки. БМчик некстом. На топе, пацаны. Да. Есть пайп. Можно робу здесь сейчас купить еще. Ну, Т2. Т2 пойдем. Хорошо, роба есть. Ребята в мид пошли. Душат ЕСа, и мы Т-шку будем душить. Опа. Рар. Go, окей, пробежимся. Лок там еще ворвался. Да, поможем Огру. Огру поможем. Хорош. О, прикиньте, кентавр что делает. Зашквар какой. У, вот это плохо. Но надо раздамажить Луну. О, я пайп забыл нажать вообще. Опа. О, жесть. Ну почти. Почти. Я пайп вообще забыл. Вообще забыл про пайп. Но пойдет. Пойдет. Про пайп забыл. Очень много урона я получил. Пайп, когда... Я уже нажал пайп, когда не нужно было его вообще нажимать. Ну просто... Я же говорю, с пайпом я вообще не дружу. Просто не собираю его. Печалька. Ну Венга могла тоже подсвапать что-то там, подделать. Более активно сыграть. Я очень сильно втанковал. Так, не забываем про пайп, ребятки, и будет все огонь. Будет все огонь. Я же говорю, очень редко играю на таких позициях, где требуется собирать пайп. Серьезно. Очень редко. Так что сейчас будем реабилитироваться. В целом, хорошая драка, все очень хорошо, но могло быть намного лучше. Мы могли и выжить, и раздамажить, и все могло быть реально намного-намного лучше. Но ничего страшного. Ничего страшного. Погнали далее. Сейчас прям можно было на вставочку что-то поддышить. Так что, ребят, все огонь.
Главное идти вперед. Рикимару будет очень сильно напрягать своим дамагом. У нас почти уже есть БМ, кстати. Можно вот так куру сделать сюда. Куру сюда, и уже сразу тут в боковом магазине сейчас докупится все. Поддамажили чуть-чуть. Поддамажили. Сейчас боковые магазинчики купим сразу. Отлично. Так, бродсвордик. Оп, отлично. БМчик. Теперь не забываем нажимать кнопки, и все будет огонь. Саня, люблю, когда кнопки не нажимают, но просто я играю на других позициях, которые кнопки... Кнопки, в которых очень быстро нажимаются. То есть там, образно говоря, тот же БМ, тот же Dagger, Юл, там форсы, всякие такие артефакты нажимаются намного быстрее, нежели чем пайп. Ну, в плане того, что когда и что надо нажимать, ребят. Я в этом говорю, в этом смысле. Так, ну хорошо. Клок там с БМ, кстати, это плохо. Ну, как плохо? Для него. Не знаю зачем. Ой, БМ, у него ВГ там. Зачем он сделал ВГ, не понимаю. Пятером надо. Что на экстон тарить, спросите вы? Можно сделать, в принципе, разора еще неприятнее. Уплотниться в ХП и в МП. ХПМП, типа, знаете, что-то типа можно будет сделать какой-нибудь четверочный артефакт, но не знаю. Честно, под вопросом стоит эта тема, четверочный арт. Поэтому, возможно, нужно будет тут собирать нам сейчас. У нас, смотрите, у нас есть смарт-редка. Так, кто-то идет сюда. Кто-то здесь есть. Лок. Можем, 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 можем. Локуса можем убить. Раздамажили. Хорошо. И вот Рики под ногами. Он его подставил. Просто посмотрите. Светится Мартред. Так, там у ЕСа Даггер, наверное, по-любому уже есть. Если что, перед тавром пробафы союзников. Ауру уже докачаем. Ой, ау, пассивку. Пассивку. Пассивку докачали. Сейчас в любом случае плазму сейчас докачаем уже. Хорошо. Давайте жир можно делать тогда, конкретный уже. Кирасы, Тараски. Кираса, Тараска. Для жира. Думаю, само то будет. Кираса, Тараска. Отойдем от ребят немного подальше. Хорошо. Сливаем крипов. Отлично, го, Т2 смело. Веду свою команду как кор, хотя должен вести мартредка. Должна вести. О. Ломайте просто и все. Не страшно нам все. Пайп нажали, тэшку сломали. Опа, хорош. Мартредка прилетела. Ой, мартредка. Но мне нужно дамагу высосать. Печалька. Ну, я очень жирный. Дамаги мало у меня высосано. Но могу, кстати. Плохо. Ес, сам еще живой. Ну, раз я на Рики нажал даст, то надо Рики додушить уже. Хорошо. Отлично. Ес там в кустах еще сидел. Ес ушел уже. Ага, вон он, его додушивают, да? Ну, крайний раз я его видел там, поэтому прочекал. Мало ли он там до сих пор будет стоять. Хороший худ сейчас зашел, Пайпович. Очень хорошо зашло. Дамагу надо высасывать прям люто. Люто дамагу, если высосу, я в драке такие вещи могу делать. Мобильности можно немного. Мобильности немного. Можно аганим сделать тоже. Для танкования будет очень хорошо. У нас 1200 хп всего-то. Всего-то 1200 хп. Можно сделать Тараску. Но там, видите, там проблема в спектре будет. Спектра очень сильно с руки будет пробивать. Шиву можно будет сделать еще. На ману. Маны, в принципе, у меня хватает. В этом билде, в троечном, просто нужно уходить в жир. Я тут, на самом деле, даже сию сделал. Это такой средний артефакт, который даст тебе и жир, в принципе. И даст немного дамаги, movement спида. То, что нужно разору, по кайфу подвигаться. Вообще по кайфу прям. По кайфу, по кайфу, вот так выразимся. Давайте на базу пойдем, не будем время терять. Погнали. Погнали на базу. Гос, чав, пятером. Также мид.
Ес, там вообще четко прыгнул под пайп. Вообще пофиг, там урона не было. Просто по кайфу. Вот спектра накрыло, конечно, там уже посложнее. Там посложнее. Так, хорошо. Нанизу веселуха, да? Веселуха нанизу. Обладасты взять. Надеюсь, БХ. Рикимарыча. Поддушит. Чоу, наглую побежали просто. Нас там ждут. Нас там ждут. Так, 3000, но я буду Тараску делать, наверное. Просто тупо Тараску и все. Хорошо. Хорошо, драка началась у нас тут. Ну, дамагу сосу, надо по-любому сосать дамагу. Жесть, у меня тут хп уже нет. Так, а можно кнопочки нажимать? Пожалуйста. Я тут один в 4 просто остался, как дурачок. Это ужас какой-то. Ну, я просто в толпу зашел, я думал, дамагу высосу и буду душить. Но крипов очень много, ультимейт просто по всем сторонам разлетелся. КГ. Просто один в 4 я зашел. БХ рядом бегает. Мог, кстати, много поддамажить он. Треков много там раскидано. Просто в крипа кидаешь, что с много дамаги вылетает. Но это вот что Мартредка ведет свою команду и что я веду свою команду. Успешная драка и лузовая драка. Ладно, ничего страшного. Моя ошибка, что я туда пришел, уже не оценил ситуацию. Но если честно, я думал, раздамажу нормально там. Ну как раздамажу? Мне дамаг надо высосать сначала, поэтому бесполезно бежишь просто. Можно лотар сделать. В принципе, в этом билде. Лотар, Тарас, Кираса будет. Типа, почему нет? Сильвер Эйдж нужно отключать как тройка. Можно, в принципе, собраться тут так. Давайте сделаем лотар, но тут БХ, пофиг. Пофиг на БХ, давайте сделаем все равно лотар. Пофиг на БХ. Пофиг. Пофиг на БХ. Пофиг. Даста там вроде не юзалась. У нас тем более мартретка какая-то вата. Но next Тараску будем делать. Или сильвер доделаем уже. Уплотнимся. Потому что я все попрожимал, там 0 урона всем, они поделили весь урон. Кто там умирает? Огр. Не знаю зачем. Но ребята решили пофидить. Тупо. БХ просто бегает, а Огр там страдает. Йо, попробуем что-то перевернуть, лотар уже есть, пришел. Если что, кидаем. Ультимейт кидаем, ультимейт кидаем, кидаем первый. Второй, там, третий ультимейт, еще все нормально должно быть. Все нормально должно быть. Лунка. О, ес, как прикиньте, заблочил. Я кдшки нажму. О, да ладно. Ну жесть, пацаны просто мутят говно. Жесть, просто пацаны мутят говно. Огр слился и... Ну дасты дали мне сразу, окей. Но это дасты для БХ были. Спеки там. Печально. Ну, сливается игра сейчас за эти мувы. Я перестал вести свою команду. Команда вообще ничего не хочет. Они просто занимаются своими делами. Так камбэкаются игры на самом деле. Ну, тем потнее будет, ребят. Возможно, лотар был ошибкой. Но посмотрим. Сильвер надо сделать. БКБ-ха. БКБ-ха очень нужна. Что у нас, кстати, по слотам? Сколько еще слотов остается? Смотрите, у нас получается. БКБ-ху можно запихнуть. У нас много еще слотов. Тараска, БКБ-ха, Кираса. Еще очень много слотов. Но мы не можем драться, как видите, мы просто фидим. Но потому что ребята не хотят подождать. Мартредка, ну посмотрите на нее. Ну что это? Стики в помойку. Мартредка — это ужас. Там, в принципе, и венга такая же. Один огр нормальный. Огр один нормальный. А, не будет хватать сейчас БКБ-хи, ребят, уже. Нету золота. ЕС хоста. Го! Че вы, блин, АФКшите? Нападать с лотаром буду. Рики минус. От этого пацана тоже надо минусовать. Давай. Хорошо. Мне БМ не нанесется там. Оп, хорошо.
Хорошо. Ну, можно сказать, на вставочку. Почему нет? Вот теперь команду повели. Мы. Я повел. Раздамаживаем. Позиционку потеряли. Все, ГГ. Нормально, можно сказать, на вставочку. Тэшку берем. 2300. Сильвер, наверное, сделаю. Все-таки отключать одному кому-то можно будет нормально. И Рош. Кого Рош? И... заберем, думаю. Оп-оп-оп. Ну почти, почти. Почти. Го Рошу. Рошу, Рошу, Рошу. Не-не-не-не-не. Рошу. Там есть, скорее всего, уже с кнопками. Если что, в Рош пите, мы сможем все сделать. Давайте. XBSS. Ой, вардики купили. Хорошо. Эй, крипочек, пойдем. Крипочек, пойдем. Хорошо. Фурель юзает кто-то. Венга пусть потанчит. У нее отхил есть. Да что это такое? Ой, боже, Белт, кому-то так нужен этот. Я сколько я хп уже просадился, я ухожу. Я ухожу. Плохо. Фуру не дают еще. У меня чуть не зажали, да? Б, надо идти. Надо на базу идти. Белт кому-то, Морта. Морта юзала. Видно сразу, она там за Белтом тянулась. Так, ну это Рошан, да, минус Амет, плохо. Плохо, ребят. Эх, зажал. Сливаю ее. Блин. Тайгет на шаг впереди. Интернет вот этот мой. Исходящий урон блокируем и пассивку офаем с нее. Хорошо. Выиграем. Оп. В нужные моменты залагать. Это про мой интернет. Хорошо. Хорошо, косарик еще сверху есть. Сейчас БКБ-ху бахнем просто, ребят. БКБ-шку. Так как мы такие жесткие. Еще гемич бы, да? Не хватает нам все-таки. Рикич на топе с дезолем, что ли? Лол. Самая большая трата средств это дезоль на Рикимару. Хорошо. Отлично. Так, манку. Вниз, парни. Ну, соло я его не убиваю, у меня нет дастов. Вилку тащу. О, подарунки. Ну, не увидит, не видит, да, она не видит. Она пришла отсюда, не видит. Венджерфол не видит. Хорошо. Соберитесь. Команда. Надо мне урон высосать как можно больше. 300 урона, ну 200 урона если высосу. Рикич тут. Рики. Рики реген забрал. Так, ну 400 маны мне в принципе в драке хватит. У дамага в принципе родная соточка плюсом. 170, ну мало в принципе, но в целом пойдет. А еги нету там. Спеку я убиваю соло на соло прям очень бодро. Очень бодро. Наверное, вижен есть, да? Очень опасно так сейчас идти. Пайп нажал я, но меня зажали тут в когах. Дасты на мне висят, я умер. Вот так надо, ребят. БХ не справится с своей задачей, надо гем. Гем еще.
Я очень жирный, Тараску, блин, хочется еще. Ну, БКБ было бы, сейчас бы пофиг на все было бы, да, БКБ нужно. В центре я сейчас куплю. В центре купил, ну что, но Огр не вывозит один саппортить. У нас вот и вот мешочек, к сожалению, ребят. Надо поэтому как-то более на себя ответственно брать, потому что, ну, не варик по-другому. Уйдите. Уйдите, ребятки. Нет там смысла что-либо делать. Ну, конечно, у нас овер плохо все в лейт-гейме будет. Но хотя Венга будет пассивный дамаг давать. В любом случае что-то будем делать, правильно? Это первый момент. Второй момент. В центре. В центре, да, мне придется сейчас брать. БХ у нас никогда ничего брать не будет. Огр чуть-чуть помогает, но он молодец. Он хотя бы обсервы ставит. Хотя бы с меня эту тему снимает. То, что я вообще не должен варды ставить. Но если бы никто не ставил, мне пришлось бы ставить. А так Огр помогает. На меня вон накинулись, ребята, худы пайпы не помогли мне. Худы пайпы. Так, выкидываем, нафиг. ТП-шку берем и сентрики берем. Чуть не хватило мне. БКБ-ху, БКБ-ху, ребятки, next там. Срочно БКБ. Сильвер, хорошая вещь, но БКБ нужно. БКБ нужно, срочно. Надо на низ. На низу, кстати, могли сейчас хорошо подраться. Тура. Тура. Хорошо. А, вместе надо. Только не в меня, да, герочек. О, даст ты дал. Хорошо, мне главное высасывать. Сосу дамагу. Ваншот просто. Хорошо. Рикич. Рикича подпалить надо будет. Хорошо, я сентричок поставил его вот сюда. Как я спеку ваншотнул. Кайф вообще. Дамагу высосал. Дамагу высасываешь, там просто ГГ изи катка. Хорошо. Вот так делаем. Заходим. Хорошо, дамагу сосу. БМ нажму. Хорош. Отлично. Ой-ой-ой, как хорошо. Ой, или плохо. Да, непонятно пока, сомнительная ситуация. Такая под Т-шкой. Убегаем просто. Наразорился. На развороте даю. Вот это еще даешь. Вот это даешь. Это даешь. Это даешь. Души ее, стан есть. И это даешь. Хорошо, на вставочку. Отлично, БКБшка имеется. БКБшка имеется, пацаны. Так, эхо нету у ЕСа, он забежал. Задушил. Хорошо, БКБха в студию. Отлично, можно низ чуть поколотить. Кто живой? Живой, спека, да. Дасты у нее будут, если что, я думаю. Огр красавчик, конечно. На Огре все это держится. Отойду, потому что даггер в меня летит. Хорошо, чуть побьем. Black King Burr имеем. Я ее бить не буду, пока стан не залетит. Это уже лишнее действие у нас тут. Ну и ЕСа, кстати, убьем. На изи. У меня 300 урона с руки. ХГ чуть побьем еще. Хорошо. Тараску, некстом. И вместо БМа урез. Смело. Тараску некстом делаем. Все, уходим. Просто максимальный Б. Так, есть БКБшка. Если бы они, кстати, собрались так, оппоненты и додушивали, жесть, мы бы ничего не сделали. Ничего бы не сделали. Я бы не успел бы БКБху поднять. Так, БКБха есть. Сейчас, по идее, вообще изи драки будут. Изичайшие драки. Тараску некстом. Гоу. Зафармим. Низ сломали очень хорошо. Ну, хорошо. О, чё, сдаетесь? Так изи, что ли? Сдаются. Пацаны, 4 FF написали. Вообще рано сдаются. Так, хорошо. Next Тараску надо делать, ребят. Гоу, продадим вот эту тему. Нужно нам прикупить будет сейчас Мерч Смиджен Дривер. Тараску. С Тараской, в принципе, пофиг на все будет. Ну, тут такая катка, видите, походу сдадутся оппоненты. По БМу собрали, побежали. БХ АФК постоянно стоит. Печально. Так, сентри не будет сейчас драки.
Ну, Виталити бустер купим хотя бы. Дополнительные 250 HP, почему нет? Дополнительные 250, правильно. Хорошо. Чуть-чуть поплотнее стали мы. Есть БКБХ, сейчас БКБХ вообще пофиг будет на все. О, Маринку поймали, да? Рикича приняли. Хорошо. Иду. Огур, брат, живи. Чуть-чуть. Хорошо. Дабл кил. О, ЕС там в агрессию прыгнул. Но сейчас ЕС отсюда принимать будем. Рикимару с дезолем покидает. Я поймаю его сейчас. Душите. Ну, ну, плохо, что залагал. Или альт-куку нажал, или залагал. Самое главное, чтобы это не крайний игрок был. Потому что неинтересно так, в смысле, на тройке такую катку играем классную. И просто так ФФ будет. Ну, такое себе. В целом, интересные мувы тут и так все, в принципе, понятно по этой катке. Но это печально. Это печально. Он ласт ФФовый, походу, был. Надеюсь, не ласт ФФ. Потому что челы там поздавались. Такое себе неинтересно будет. Я не буду кикать его. Неинтересно. Неинтересно так будет. Сейчас, кстати, вот с этого лива обратите внимание на спектру сразу. Если, ну, если это не ласт ФФовый был. Ну, по-моему, ластовый ФФ был, да? По-моему, ластовый ФФ был. Либо второй плот не писал, либо четвертый. Вот. И сейчас только обратить внимание на слоты. Сейчас слоты сразу тык-тык-тык-тык. Если мы потянем минут 10, там уже будут по два слота дорогих. 100%. Это, к сожалению, работа... вот эта финансовая сторона вот этой вот Dota 85+. К сожалению, так оно это и работает. Ладно. Ладно. Ну, это, в принципе, вы перемотаете все равно. Кто-то слушать меня будет. Господи. Кто тут меня слушать будет? Кикаем. Да ластовый FF был? Не. И я сверху пошел, да? Вард стоит, наверное. Он будет на ХГ, кстати, может от ХГ сыграть. А, на ТПшке сыграл. Хорош. Так, 2200 у нас имеется. Гоу, я мид пойду. Маны, конечно, не хватает. Вот одна драка, смотрите. Вот вся мана ушла просто. 600 маны. Значит ли это то, что нужно будет сделать Шиву? Тараску сейчас доделаем. Тараску доделаем. Я пойду отдефаюсь. Ну, подождем чуть-чуть. С венги забирайте. Ждем 7 секунд руны и побежали на топ. 1400 ресипи. О, регенерация. Да просто отлично. Все, в лотаре тогда побежим. Сильвере вернее. Сильвере. Ну, Мартретка затащила у нас катку, конечно. Лютая. Мартретка. Хорошо. Если бы не Мартретка, не знаю, что бы делали. Хорошо. 1200 до Тараски. В принципе. Можно добить уже и крайний файт. Провести качественно. Качественно провести. Катка, в принципе, не скучная. Мне это нравится. Она такая активная. Я люблю такие игры. И люблю такие игры записывать с первых разов. Потому что, типа, очень тяжело такие катки потом. Ну, их искать приходится, такие игры. Зачем искать, когда можно, блин, записать там с первого, со второго раза? Приходится по 10, по 12 игр отыгрывать. Из-за этого. Хорошо. Ребята там дерутся, да? Побежали. Побежали. Тараску сейчас только надо забрать в магазине. Хорошо. Ребята отдались не ХГ, это просто минус ХГ сейчас будет. О, я бегу. Я там нужен. Просто хочу Тараску добить уже. О, Клокуса. Клокуса иду душить. Локус.
Опа, попал, да? Хорош. Хорошо, я еще достал. Ну, зацепим, зацепим, задушим. Вот сюда подходим, отсюда душим. Хорошо. ЕС пытался, кстати. Нормально, таратка есть даже. Таратка есть. Так вот, отходим, чтобы продамажить посильнее. Но это конечное для них уже. Они вне ХГ отдались. Их главная задача была это тупо держаться вместе и додушивать. Так, ну вот такой билд у нас, ребят, получился. Троечка. Хут нажимаем. Пайпович. Пайпович. ПКБ-ху прожал. Дамага пошла. 300 урона с руки. Дайте спектрешн дарахну в упор. Пассивку выключу. Оп, хорошо. Просто уничтожение. Хорошо. Просто уничтожение. Хорошо. На ГГ. Нормальная катка такая. Первая катка на троечке, ребят, так как надо, сыграли. Очень-очень радует на самом деле эта игра тем, что все-таки тут более понятно будет донесено, как на разоре вести. Но я тут в разоре больше, по большей части сыграл как кор, потому что я вел свою команду для того, чтобы, ну, что-то, конечно же, менялось в игре, а не просто там, знаете, фит какой-то безграничный и все. Так что, ребят, вот такая тема. Первая каточка в троечке сыграли, все отличненько. Надеюсь, понятно будет, как вам поддушивать тут на разоре в тройке. Сейчас пойдем уже в двойку, будем собирать, конечно же, другие артефакты. Я обещал, что не больше трех каточек у нас, ребятки, будет в игре. И, соответственно, сейчас пойдем некстовую катку, сейчас пойдем через двойку. Соберемся в интересный билд тоже, а потом еще сыграем через секретный билд, который я озвучивать не буду и превьюшкой я также не полю. Что ж. Давайте сделаем какие-то выводы по этой катке. Что тут правильно сделано, что тут сделано неправильно. Лично судить свою игру я сейчас могу так, что в некоторых моментах не хватило немного осторожности, немного понимания по макре в том, что когда я заходил вот здесь вот 1 в 4, это первый момент. По-моему, вот тут еще что-то было тоже, уже не помню. Но вот конкретно могу выделить вот этот момент, когда я 1 в 4 зашел и просто сдох, сфидил. Это первый момент. Второй момент. Чего нам не хватило? Раннего БКБ здесь очень не хватало. Но для команды я собрал вот эти артефакты. Ну, вот этот артефакт в частности для себя больше БМ. Потому что я иду вперед и стараюсь что-то как-то делать. То есть, ну, так в целом игра хорошая. В целом игра хорошая. И главная задача тройки это, конечно же, собираться на поддержку. И тоже помогать своей команде. Ну и, в принципе, все. На тройке не заблудитесь, ребятки, если посмотрите этот видос. Погнали следующую катку. Да господи, когда я уже за центов поиграю, ну что ты такое вечно за скоржей? Блин, вот этот баланс айкаповский на самом деле, ребятки, напрягает. Ладно, я уже просто играю, какую в каждый гайд вы обратили внимание, постоянно за скоржей. Блин, это жесть. Так, ну что, ребят, ладно, расстраиваться не будем, поехали. У нас сейчас еще одна куточка на Рузури, на Рузури. Мид идем, на двойке сейчас сыграем. Будем поддушивать, ребят. На двойке сыграем. На двоечке. На двоечке сыграем. Сейчас постараемся, знаете, что сделать? Что-нибудь дамаг, что-нибудь такое интересное, что-нибудь выформить. В дамаг что-нибудь замутить. И попробуем, конечно же, сделать пушечку. Пушечку. Ребята, не торопятся брать. Поехали. Так, что я хочу в этой катке сделать? Конечно же, в этой катке хочется в дамагу идти, знаете, что-то типа Буризу там сделать, что-нибудь такое, и душить. Получится или нет, я не знаю, честно. Получится или нет, я не знаю. О, смотрите, Траксу еще взяли. Блин, четвертая игра против ЕСа. Ребят, я уже пишу, по-моему, какой? Первую выиграл, вторую проиграл, третью выиграл. Четвертая, это четвертая игра на разоре. И 4 игры я играл против ЕСов. Жесть. Снаупр. Так, ну у меня тут очень много дамаги будет. И как раз прям damage build очень хорошо. О, МКБ нарисовалось. Посмотрим, что будет за катка. Просто no pain, no gain. Будем сейчас душить. Мипа. Мипарек.
Через дагерочек будем играть в любом случае, ребятки. Я постоянно играю на разоре через дагер. Вот в первой катке, в тройке только. В тройке, кстати, интересная катка получилась. На самом деле, кто бы что ни говорил. В сравнении с теми, которые я сейчас играю, игры, я сыграл 3 игры. 2 игры еще, по-моему, или какой? 3? Это 4. 2 игры еще сыграл. Вообще неинтереснейшие игры. Просто жесть. И тройка была очень интересная. Вот по своему вот такому опыту скажу, что тройка очень интересная катка была. Так, взяли еще у нас тинкера, да? Хорошо, ну МКБхи в студию. И Клокуса взяли, чтобы тинкера закрывать. Погнали. Как мы тут качаться будем? Если будет тинкер на меду, то будем брать первый. Второй мы не будем душить. Возьмем пассивку в разочек, чтобы он, если что, сам себя замедлял, дамажил. Урга. Если что. Пусть парится. И все. Так. Монету надо собирать, тогда клок фермерский будет. Четвертый раз пишу. Я. А, я первый раз написал. Я больше сказал, наверное. Четвертый раз пишу. Сори. Сори за четвертый раз. Войд. Пилот. Чисто пилот. Спасибо. Третий раз пишу. Четвертый раз пишу. Пятый пишу. Так, хорошо. Здесь есть очень жесткий потенциал дамагеров. Очень жесткий потенциал на раздамаг. Прям посмотрите. Тракса в команде для рейнджевика это очень страшно. Это очень страшно. Очень страшная тема. Хорошо. Куру купим с этих денег. Если ребята не купят до появления у меня лишней золотишки. Кстати, можно будет попробовать. Ну, в любом случае, второй в разочек возьмем. Сосалочку. В разочек в любом случае. Так, тинкер в меду, да, не блочит. Сразу попробуем немного отзонить его. Хорошо. Плюс 40 урона. Можно бы даже пару чипалахов дать ему. Лазер зашел. Хорошо. Оп. 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 Так. Куру вард. Я, как обычно, стою, танчу крипов. Хорошо. Ласт хитим. Лост хитим. Кура летит уже. Через первый будем играть тут. Пассивку в разок, чтобы он сам себя поддушивал. Тинкер вообще очень сильный мидер. А что ты остановилась? Я понял, ты перерьюзал. 32. Хорошо. Оп. Главное добивать просто. Не добил. Я добил. Первый. Оп, не добил. И того не добил. Печалька. Но это только я так умею, никто так не умеет. Хорошо. Хорошо. Если бы не Траксы аура, кстати, то я бы не добил сейчас. Плюс 15, это уже серьезненько. Хорошо. Фермерство хорошее у нас тут идет, хорошее фермерство. Дает кнопку. Кнопку дает. Понимаю. Но тоже переживает тинкер за свой фарм. Тоже переживает парень. Я тоже переживаю, друг мой. Дед подставил его. Дед, ты мне был как брат. Что? Давайте немного пососируем, помассируем. Ох, нифига, все прокасты отдает. Нормально, 37. Пойдет. Ты что там ману отпиваешь? Ману он отпивает. Давайте на руну сбегаем. Хорошо. Сейчас хилочку еще надо. Стичок взяли. Иллюжн взяли.
Ралдор очень медленный герой, без пассивки, раскачано у него просто наименьший, наименьшайший МС. Просто жесть какая-то. Хорошо. Ботл. Ботл. Хорошо. Опа, получается, нашли меня, да? Хорошо, фармим спокойно. Три разора, это вам не шутки. Не мишутки. Просто спокойно фармим. Что ты хочешь от меня? Извращенец чисто. На тинкере. Погоняли немного его. Он меня, кстати, может так поразминать нормально. Выгнать с мида. Разминками такими. На 6 левеле овер жестко будет разминать. Так, руны, да? Толкаем. Хорошо. О, еще и ЕС. А, я победил. Чисто на мужика. Чисто на мужика я победил. Быстренько забираем и уходим ЕС, потому что с фиссурами еще тут где-то будет бегать. Но я победил чисто на мужика. С дамагом в первый левел. Жесть. А, там сикер палит же еще, че я мансю. Зачем же ты мансил? Пойдет. Пазы есть, можно поесть. ТПшечка. А сикер там жесткий какой-то, пацаны что-то сливаются ему. Сикер. А, так вот что, у меня шло хп, вот что. Сливаюсь. Сливаются пацаны. Трули дай, говорит. Есть ультимейт, кстати, можем сейчас нормально так. О, ракетница полетела. О, душить. Это смерть, по идее. Хорошо. Это смерть. Первый замаксили. Надо бивон. Будет хорошо. Интриги. Надо первый сейчас будет, ой, второй раскачать, потому что там сикер на бустах, чтобы он, если что, побежал на меня, я ему успел кнопочку засунуть. Вторую. Типа он не раздамаживал сильно. Почему нет? Сикер внизу, да? Пятый левел? Ага. Ну, сикер, походу, опытный, потому что Пурманс собрал. Пурманс редко кто собирает. О, пацаны. Редко кто Пурманс собирает. О, я вовремя, походу, да? Кимпер тут еще будет. Или не вовремя? Не знаю, непонятная ситуация, двоякая. Двоякая ситуация. Че пришел разор? Разор-позор, да? Разор, позор. Без ульты вообще нет смысла двигаться тут. 9 секунд, 8, 7, 6. Угу. Ушли, наверное, уже все. О, тинкер остался, да? Хорошо. Ну, тинкер минус, точно. Вот так вот сделаем. Хорошо, ну, кстати, минус 3 надо делать. А, ну это такое себе, тракса забирает просто так. Честно. Не ахти, я думал еще стики нажать, чтобы застилить с первым. Но думал так, с руки заберу. Но там промахи решили по-иному. Промахи по-иному решили. Ладно, го на базу сходим, наверное, да? Отходить надо. Можно разора через ботл даже юзать, ребят. Если кто-то хочет, юзайте разора через ботл. В принципе, тоже не будет зашкваром. Можно мне куру, пожалуйста? Фуловая моя кура там летит. Через ботл может. Давайте через ботл поюзаем. Почему? Побегаем, пороумим. А чё нет? Побегаем, пороумим. Вон, ребята на топе, например, собрались. Я возьму там, пойду за душу. Возьму за душу. Давай через ботл. Честно, не думал, что через ботл буду играть. Хрен с ним, сыграем.
Сейчас, второй раз максимум. Ботл есть, все есть. Сикер там, правда, фрифармит. Да и ЕСа, кстати, чуть-чуть не достал я первым. Зашквар, зашквар. Эх. Зашкварчик. Будем просто проспамливать тогда. Тинкер рабочий. Тинкер работник года. Не знаю, вообще, прифраг для меня тинкер. Гоу-гоу-гоу, туда. А куда ты пойдешь? На Т2? Ой, я дурачок, ой, я дурачок. Ой, я дурачок. Зачем на Т2 ТП-хнулся? Мне кажется, на первый тавр я все равно долго ТП-шился бы, да? Опа, Мипич отдыхает, что ли? Мой микроконтроль, здравствуйте. Сикер. Сейчас Сикер придет. Страшный. Ну, такое себе. В принципе, забрали что-то, но все равно. Такое. Там Бладсикер. Жесть, заряженный прибежал. Что у него там, БМ есть? Ну, он в радик, наверное, будет выходить. Будут проблемы с Сикером, честно. Честно говоря, проблемы будут. Сейчас на герочек попробуем поднять. Левел хорошо идет, крипы тоже есть, 40 крипов. Пойдет. С ботла отопьемся сейчас. Может, тэшку заберем, тоже хорошо будет. Тэшку заберем, может. Опять драка на топе, но меня нету. А мне без руны не варик идти. Плюс тэшку забрать. Не вовремя такой файт вообще. Казалось бы, хрен с ним, с этим тауэром, но... Надо забрать уже. Хорошо. И руна у меня хп не фуловая, чтобы драться. О, привет. Он меня тут просто изничтожит, этот Сикерок. Не успел я ни на руну, ни на драку, никуда. Сикер переигрывает. Два опса, жесть, как решали бы. Да, это Радиенс будет. Примерно к 12 уже фул радик будет. Как не сейчас уже, если будет. Как не сейчас. На низу руна. Можно Тинкера попробовать подловить. Сейчас он спустится. Но там Сикер, а у меня ТП-шки нету. Это был домашка. Печалька. Его вниз тогда пробовать ультой пользоваться. Но я ульт просрал. А можно нажать, пожалуйста? Ужас. Ката работает. Хорошо. Бля, стрик забрал с пацана. Тогда герок как раз получится у меня. Сикер там, походу, под амплификацией был. Видели, сколько ему залетело? Там плюс ДДшка у меня еще была. Хорошо. Ну, отсрочили немного Радиенс. Сикеру. Хорошо, да, Громей. Так, далее, что по дамагу? Вообще, там желательно сделать БМКБ фастово как-то. Но я, наверное, сделаю что-то типа... раннего какого-то артефакта, чтобы можно было раздамаживать. Можно вообще через молнию сыграть. Там как раз масуха, сикеры. Ай, ладно. Типа, знаете, сатаник, молния, МКБ, буреза. Сатаник, молния, МКБ, буреза. Жесть, такой лютый билд получится. Типа, если я так рилли соберусь. Сикер пошел. Души. Снаупер. Так, ну без дамаги. Я тут сикер будет фармить. Второй кидаем. Бладсасеру. Ага, нету, да? Ну, вард, наверное, на руне стоит, получается. Ну, я хожу чисто как по квадратам Малевича. Слота на вард у меня нету. Только если суетиться. Сейчас на топе, наверное, драка лютая будет. Внизу пока постою. Так, гол. Хорошо.
Хорошо. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Ворвались чуть-чуть. Поддушили. А молнию, наверное, сделаем. Давайте молнию сделаем. Начнем наш супер билд. Это будет дефолтный дамагерский билд, вот так выразимся. Ну, не дефолтный, а просто дэмэдж билд будет. О, варды возьмем, да, варда. Хорошо. Просто два дефолта поставим. Господи, надо обязательно реюзный забрать этот в рейсбэнд с базы. Давайте молнию сделаем. Молнию сделаем. Просто молнию не апнутую и купим доминатор еще до кучи. Оу, щит. Как хорошо, что он ничего сикер не успел нажать. Он БМ купил. БМ купил на сикере. Хорошо. Марита не души. Хорошо. Хорошо. Так, ну там мипа вон бегает. Блин, он сплит пушит тупо. А, он с мипа кейм, кстати. Мипа этот. Ладно, го на базу. Что там, почти есть молния, да? Хреново будет с сикером драться, когда у него будет очень много хп, БМ, а у меня ничего не будет. Это плохо. Я так варды не поставил, блин. Я так варды не поставил. Вот так сделаем. Нет ульты, плохо. Ой, да ладно. Ой, купол еще в меня поставил. Я умер тут, скорее всего. Флок без БМа тоже умрет. Короче, я пошел заваржусь. Поставим сюда и сюда. Я стики продал специально, чтобы варды ставить, ребят. Но это же бред. Это же бред. Стики, блин, сейчас на этой минуте еще могут решить исход битвы. Ну, ладно, команда такая, что я могу сделать? Моя задача что? Потеть. Потеем. Что делать? ТПшимся. А, не ТПшимся. Фарм забирает, войд, да? Блин, жесть, я в таких просадах с этих драк. Честно. Хоть иди и фарми. Я не знаю. Хоть иди и фарми. О, Тинкер идет. Это настоящий? Это иллюзия. Так не пошел. Варды ставить. Наконец-таки я дойду, может, вард поставлю. Опа, вард поставим, да. Хорошо. Первый вард. Первый вард. Второй вард, вернее, за всю игру. Это от меня. Ладничка, где варды? Где варды? Фармим. Молния очень поздняя, блин. БКБ надо будет тут делать. Сикер не даст. Под БМами раздамаживать. Не знаю, я так хочу тупо фулл дамаг собрать. Блин, вот скрипя зубами, надо просто пытаться собирать фулл дамаг. Без БКБхи. Самое плохое, знаете что? Что я ставлю варды в дневное время. На весь день. А ночью мы ничего не видим. Тайминги. Тайминги. Так, ну можно не бояться сикера. Есть ТПшечка, если что. Пассивочку прокачиваем. Что это там такое? Ля, мипакей в студию, да? Заберут его там. Ну, я 3 года ТП-шусь, го сюда. Вардики, ТП-шечку купить надо. Хорошо. Можно подбайтить, типа, знаете, тракса одна стоит, но типа уже не будем байтить, наверное.
Сикер. ПМ. Плохо. Пинкер. Первый прыгать я не хочу, уж точно. Первый я прыгать точно не буду. Хорошо. Да вот что ты в меня это кидаешь? Господи, никто ничем не поможет. А почему именно в меня? Почему в меня? Ну вопрос. Я неужели я ближе всех стоял? Мне прям реально интересно, почему именно в меня он кидает этот ульт. Так коги поставь, ты коги и тп сделай. Лол. А, сбус. Понял. Что это такое? Я не знаю. Но Траксу кинь, Траксу убей, нафиг ты меня убиваешь. Я не могу уходить в таких ситуациях. Мама, команда, видели, вся меня сразу продают. Они не пытаются даже помочь мне. Тупо команда сразу уходит. Обидно самое, что, знаете, вот команда тупо сразу заднюю дает. Мне кинули рептуру. Все, команда назад просто. Они меня просто вперед ставят и все. Хотя там никого не было, могли вперед меня встать. И все, сикер бы не подошел даже. Смотри, а чё это ты, а чё это, видишь что ли всю контору? Да-да-да, кидай мне руптуру. А, там рядом подсосик стоял, да? Хорошо. Не знаю, я молнию до сих пор не могу поднять. До сих пор. От сикера что-то надо. Хорошо. Так, чё, куда вард ткнём? Куда вард ткнём? Надо куда-то вард ткнуть, ребятки. Интересная катка будет, интересно. Хейтер на сикере постоянно в меня кнопку кидает. Хз, непонятно. Так, виндрочка будет играть? БКБ Хонекс, там типа молния БКБ, по-другому никак. Молния БКБ МКБ. Прыгаешь просто тук-тук-тук-тук и все. И сатаник попробовать сделать. Получается молния, БКБ, МКБ, сатаник. Все. Только так, не иначе. Варп сюда ткнем. Че это такое, блин? Да что это? Айкап, прекращай. Странная тема. Ну, либо это мой интернет, либо это мой айкап. Либо мой интернет, либо айкап. Я ульт садил. Сикер бежит на топ. ТПшки нету, если что. Отходить. Иди, Войд. У тебя же купол, у тебя же прыжок. Опять я буду сейчас в раптуре стоять тут. Какое. БКБ Хонекс там. Тогда и с сикером смогу драться. А Мипа тупо сплитпушит на Мипакее своем. В итоге он пересплитит. Надо тревел тут сделать. И будет очень тяжело потом. Зато, кстати, с молнией сейчас можно будет выфармливать побыстрее. Образно говоря. Как обычно, люблю. В лес заходишь, сразу големы попадаются. И стоишь големов колотишь полдня. Тупо бестолковые крипы. Спасибо, что даете мне поиграть в доту чуть-чуть. Это мой интернет, если что. Я не уверен, что это айкап. Это интернет, скорее всего, просто. Тинкер варды ставит. Там толпа внизу. Что удушить?
А на базу? Пешком пойду. И на топ. И на топ. И на топ. Кому-нибудь кинем там дамагу. Подсасывать. Секер ван бегает, да? Я просто могу отпушить, кстати, мипа и все. Он ничего не сделает. Отпушиваем. Хорошо. Yes. Нифига ты. Нифига ты, баклажан, yes. А, он леса фармил, да? Хорошо. Блин, МКБ хуй сейчас надо делать. А я крит хотел сделать. Как тут без крита? Ну, в смысле, очень хочется по квесту крит сделать. То есть у меня квест челленджевый. Квест челленджевый. Собрать крит. Ну как квест? Можно, пожалуйста, переагриться. Во, отлично. По идее, убиваю его тоже. Хорошо. По идее, его тоже убиваю. 900 появляется у нас на кармане. Оп, хорош. Можно сказать, на вставочку прям. О, еще и монетка. Найс. Хорошо. Варкею не джмется, да? Так ты играй руками, а не варкею. Это не варкей, это мипокей, братан. Это не то. Не то, что должно быть у тебя в душе. В душе должен быть скилл. Все вспомогательное должно быть в помойке. Так что вот так вот. Так, Сикер там сделал уже себе радик, кстати. Так. Блин, БКБ-хо. Сатаник на жир бы, да? Прям сейчас вот сатаник бы сделать. Это ТП-шка, если что. Сикера БМ и промахи там у Сикера будут еще. Че там? Бирадга. Биргада. Бирадга. Что я сказал? Ладно. Они задушиловка идет. Если сейчас получится сатаник одним слотом выфармить. То есть, ну вот я сейчас фармлю. И поднять одним слотом, то изи. То изи. А если нет, то нет. Вот 4000 сейчас есть на кармане. Горошо. Добил одного, заруинил 4. Классика клокверков. Сатаник, если... Так, давайте сатаник сделаем. Что такого-то? Что такого-то, сатаник? Это ж круто. 5 секунд. О, опять он туда ракету кидает. Заруинил 4, убил одного. Мид, дефорки. Да, я знаю, брат, спасибо. Спасибо, товарищ Войд. Биратга. Наверное, аквилл в помойку скинем. Не, ботл скинем. Хотя ботл-то моя мана. Маны у меня нету больше. Там напал Сикер. Сикер очень неприятный. О, его там просто заблокировали. Абонент заблокирован или находится вне зоны действия сети. Как называется это? Хорошо. На мартретке главное второй кинуть и все. Мом включила. Она сейчас щекотить меня тупо будет. Я по ней не попаду просто, смотрите. Вот я атакую ее. Попал. 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 Опа, а этого я успею еще? Вот этого. Осуждаю. Ну вот, сатаника не хватило, да? Ну пойдет, сата почти есть. Нормально. Ну, досветить. Ну, видите, там одна кнопка сразу. Тем более он под себя пуфает. Это жесть. Это жесть. Ну пойдет. Могло быть и хуже.
Сикер душит. Сатаник есть. Все, ботл. Ботл или аквила? Аквилу, наверное, продадим. У нас армор заменится доминаторским армором. Да, гоу. Ну, гоу, нормально. Пойдет. Пойдет. В принципе, катка наша, я уже чувствую. Сикера перефармили. Сатаник есть. Сатаник есть. Я еще контроль потерял там. Это, кстати, проблема у меня лютая, микроконтроля. Тупо не смог направить или что-то там. Лишние секунды. Ну, секунду где-то я потерял. Чпоньк. Мне кажется, задушишь его манго. А, ну ГГ, там уже манго не поможет. Но мои ребята стараются тоже максимально отфидить. О, сатаник есть. МКБ next там. Сатаник, МКБ и грид попробуем сделать. Блин. Не, давайте ботл. Все-таки аквила это аквила. Знаете, почему ботл продадим? Мне аквила даст пассивный реген, а ботл не дает пассивного регена. Так, сатаник есть, молния, сатаник. Хорошо. Продолжаем душить. Молния, сатаник. Кто-то дефиса сейчас по-любому прилетит сюда. Аквилу выключаем, чтобы не спалиться. Вдруг рядом скрипом пройду. Хорошо. Пойдет. 140 урона с руки. Тракса делает вещи. Давайте варды поставим, может. Исурой фармит, парень. Я в купол зашел, да? А, нет, нормально. Все, гуд. Гуд. Что хочешь? Мне так пофиг на мартретку на эту. ТПшки нету. Хорошо. Так пофиг на эту мартретку, типа 2000 хп плюс сата. Интересно, Тинкерос будет депаться там? Нормально. Т-шка. Мы тракса не знаем, могли с тракса уже 300 раз Рошана забрать, я считаю. Го, Рошо. Го, Рошо. Такие пацаны, наверное, в шоке. Откуда у меня просто появился сатаник? То есть, сейчас самый прикол, знаете, вы не закупаетесь, не закупаетесь. Там раз, сатаник появился. Откуда? От верблюда, да? Ну, делаем МКБ. МКБ. Ребятки уже душат Рошана, да? Так вот делаем. Пойдем помогать. Траксана в пул ману пошла там рубить. Хорошо. Не знаю, я бы взял на самом деле. Варды. Поднимите. Самое плохое, у нас мипа на топе, да, будет? А, там нету, да? Хорошо. О, вард сняли сразу. Возможно, у них там вард тоже стоял. Опа, в лесочке началось. Ожесточенное избиение часовщиков. Можно, знаете, что попробовать сделать? Вот так вот. Оп, хорошо. Идет. Рановато я влетел. О, Сикерус. Кстати, ус. Оп, хорошо. То есть у меня МС высокий. Ну, надо сатаником включаться. И драться. Стою в стане в каком-то непонятном. Не в каком-то непонятном стане стоял я. Вообще не в теме. Оп. Да почти на вставочку. Что ж это такое-то? И один слот еще почти купил я. Я отойду. Хорошо. Жесть, я в каком-то там стане стоял. Но не было фиссуры же есть. Так, МКБшку говорите, да? Хорошо. Скади было бы круто еще сделать, знаете, типа замедляет, дамажит. Типа то, чего разору не хватает, и кого-то замедление.
Но в дамаг будем выходить тут. Так как виллу кул. Ну, получается МКБ. О, соло прыгает. Чё хотел? Немножко не потянул. Но сейчас сатаник в крипах будем юзать. Сатаник не срабатывает в те моменты, когда вылетает молния. То есть можно тут прогуляться люто в этой теме. О, ГГ. И вот этим психик пришел. МКБшка есть уже, в принципе. Ну, этого Кобольда я сразу потерял. Кобольда потерял. Печалька. Опа. Волчара. Сатаник. Ну, еще, блин. Подождите. Еще раз Кобольды. Реснулись. Ой, Войд нам Тинкера душит. Мартред теперь его душит, да? Мартредка, походу, башером застанила, да? Вот оно что. Там башер я увидел только что в Мартредке. Башер в Мартредке увидел. Гоу. МКБ-ха. Есть. Мне еще много слотов надо, на самом деле. Тревел сюда запихнуть. Потом. Еще слот какой-нибудь. Молнию апнуть. МКБ-ха есть, да это хорошо. Сейчас хотя бы... Ну, дамаги сейчас будет очень много. Я и хотел дамагерский. Именно дамагерский билд, он подразумевает большое количество урона. То есть я хочу очень большое количество урона. То есть у меня под траксой 250 урона без сосалки. То есть я на 400 урона могу высосать. Прикиньте, просто разор, который 400 урона вносит с руки. Просто тысяч, все. Дай. Пойдет пока. Пока фермимся. Сикер что собирается брать? Понятно пока. Драку очень хочу на самом деле. Но не подъезд. Если подвяжет... А, у нее нечем подвязывать в целом. Нечем подвязывать в целом. Минер работает. Ой, минер. Мипа. Работает две смены. F1 не работает с нажатием Тауэр. Эх, ребятки там пошли драться. Да, я тут пешком на деф иду. Давайте, короче, вот так вот сделаем. Аквил в помойку. Но другого варианта нету, ребята. Я там дабл стакнул. Гоу. Мипа пришел в драку, да? Yes. Мартредка. Но вот этому пацану уже тупо не помочь. Я иду. Войду. Иду. Вот это. Душим. Хорошо. Пойдет. Ну, так сказать... Не сильно успел я прийти на драку, но туда в 1-4, вот сюда я бы не прыгнул. Нет, вот так вот с аккуратненько со стороночки, когда высосите дамаг, можно подработать. Можно сказать игнор какой-то игры, но что поделать. Такова катка. Интриги, как говорится. Ну, нормально я так перефармил. Тракса резнул с 228 урон. Тревел надо и молнию апнуть. Молнию апнем, гол. Хорошо. Тревел, молния. И ластовый слот. Хотел, блин, Буризу купить, честно. На МКБ первее тут надо. Буризу. Очень хочется Буризу. Опять варды упали. Печально. И генчик отлично. Хорошо. Оп, молния. Молния имеется. Ну и что у нас получается? 5 слотов на данной стадии и Буризу хочется. Го Буризу в любом случае делать. Типа 230 урона плюс еще Буризу сейчас делаю. А, Сикер там зафармил мои стаки. Которые я сделал. Невзначай. Хорошо. Скорость атаки лютая сейчас. Мне должно в принципе 2500 хп хватать, я думаю. Ну мипа ГГ там задушит его.
Или нет? Виндру. Там Виндра бедная. О, все, промах дал. Вот сейчас пойдет делать вещи. О, да там все, да? Марита. Мартретку гоню, конечно, но это такое. Толпой меня тут задушат. Толпой меня задушат. Все, что молнию кидать и драться, 350 урона. Че долго будет. Ну, Войда я кинул, но если честно, думал, Войд справится. Он там вроде подставил купол. Стикер там подошел. Видимо, что-то в БМ он убился или что, я не обратил внимания. Но Мартретка сразу по газам. Мартретка сразу по газам дала. Это плохо. Давайте в мид выйдем. В мид выйдем. Вместе надо. Вместе надо. Мартретка сразу по газам. ГГ. Хорошо, и на топе сейчас пойдем соберем фарм. На топе соберем еще. Оп. Хорошо. Самое кайфовое. Катка, в принципе, ровно идет. 1600 золота есть. 1600. Работает виндранка. Ничего в игре не делает, но застилить нужно. Так, 2000 есть, да? Тревел может попробовать сейчас прям сделать. Я, в принципе, там буризу начал делать. Какой нафиг тревел? Буриза строго. Хорошо ждем. Хорошо ждем. Какой нафиг тревел? Буризу, студию. И надо варды подставить. Ну, опять же, ну, уже день, в принципе, уже варды не нужны. Правильно? Правильно. Варды днем не нужны. Опа, есть. Так, поможем? Почти. Шует. Где ты там? На сикере. А, вот ты где. Хорошо. Вот так вот, значит, да, под сатаником. Разные цели бьем. Ой, как хорошо. А почему молнию не кинул на себя? Хорошо. Ну, можно даже на вставочку. Нормально там. Под сатаном. Че у нас получается? Жесть. Го на низ. Клок ушел в АФК. Сейчас уже. Буриза. Будет. Я по низу пошел, да? Зря, мне кажется. Зря. Жесть, я там разные таргеты хреначил. Нормально, ультру задушили. Идет. Остается у нас, конечно, слотик. Тревела называется. Жесть, посмотрите этот билд. И муншард до кучи. 300 урона просто с руки. Это я еще не сосал. Не, ну я и так, в принципе, не сосал, но... 300 урона с руки, это, конечно... Что-то неистовое будет. Хорошо. Так, отлично. Горошо. Надо было блейды взять с фейзов. 250 золота сэкономил бы. Я с ча. Пазу и го. Тикер с лотаром, кстати, это очень плохо. Его не видно, он неуязвимый бегает. Можно бы, если что, вместо таггера ПКБ сделать. Ману накидываем, побежали сейчас. Погнали. Ой, бери. Вместо аквилы. Жесть. Как хорошо, что то время за... О, варды мои, Тракса начала ставить. Нифига себе, 41 минута, 4 вард ставится. Смотрите там, тинкеросик. Хорошо. Казнил просто. Сикер в лотар зашел. О, тинкер приехавший. Ну, конечно, такого разора увидел, сразу приехал. Лол. Я бы тут тоже ливнул сразу.
Ну не дают сделать, блин, полноценную 5 на 5. Кто-то по-любому подкидывает. О, а нет, не о. Кто-то по-любому берет вот такую вот шавку подкидывает. Это плохо на самом деле. Странно, почему я там молнию себе не накинул вот здесь. Я все думаю, почему не нажался, я ж нажимал. Бинды. Бинды, каповские. Don't working. Хорошо, travel имею. Нифига там. Критули. Жесть. Сейчас попробую, знаете, что сделать. Не, ну это на вставочку тоже можно, но... Чисто на шодоту отправлять сразу. На топе суета, да? Заберет она вот там. Господи. Это мои. Это мои арты. Все. Еще и подарки пособираю тут. Хорошо. Надо ж про аккаунт на аккаунте, где я гайды пишу, купить. Сейчас еще этот купим. Пацаны, Октарин. Ля. Ты пэхнулся. Ой, Октарин. Надо ж этот купить еще. Сатане кучу. Бай. Блин, жесткий разор получился. 400 урона просто. Хорошо. Гоу купим еще. Муншард. 44-я минута, в принципе, нормально. Подзадушили. Пойдет. Но если б не Траксани, ее аура... У Траксы 2.10, к слову. Но я аура очень много сделал. Давайте докупимся. Раз... Два. Хорошо. Он шарт есть еще до кучи. Все, я в фулпаке. Фулпакованный я. Если я смогу сейчас высосать максимально дамагу, вообще, что будет тогда? Сколько урона будет? Шой с шапочкой. Ну, шой, да нет, 6 слотов. Блин, жесть, у меня и скорость атаки бешеная, и все бешено. Надо, знаете, что надо высосать? Дамаги как можно больше. Все 8 секунд высасывают дамагу. 200 урона высосим. 500 урона будет с руки. 500 урона с руки. Оп, хорошо. Прыгать за подарком не буду. Окей. Азиас также через 2 секунды. Ой, как хорошо. Всю дамагу высосу сейчас. Еще заберем. Просвета нет. 500 урона, пацаны. Прыгаем с руки просто. 500 урона, тупо прыгаем с руки и душим. Что делать еще? Жесть. 519 дамаги просто на раскачках. И подарки, конечно, собираем. Ребят, вот такой вот билд у нас получился. Damage билд. Тупо damage билд для того, чтобы вам просто по фану посмотреть каточку. И что у нас остается? Остается у нас секрет билд. Сейчас тоже будет интересно. Не переключайтесь. Так, ребятки, загрузилась у нас новая каточка. Интересно, надеюсь, будет интересная. Интересно, надеюсь, будет. Так, остается у нас фановая интересная каточка на разоре. На разоре через, конечно же, секретный билд, друзья. Секретный билд у нас будет сегодня, по идее. Так, веб-камера, Нима России, смотрите, какой я свеженький. Интересный секретный билд у нас должен быть сегодня. Надеюсь, все получится. Карточка получится интересно и будем душить. Посмотрите, какой будет эффект. Надеюсь, катка понравится. Я никак не могу нормальную катку отписать, к сожалению. Не везет просто с командой, люто не везет. Жесть. Попался, короче, с Фениксом. Рассказываю, ребят. О, я пойду. Спасибо. Попался с Фениксом, короче, который всех материл, ничего не делал в игре, всех материл и пошел фидить под конец игры. Просто у нас мы дефили две стороны и были шансы выиграть, а он, короче, спецом пошел фидить и слил игру. Блин, такая обида, 60 минут игры, и такая игра красивая была, но, к сожалению, вот такие игроки попадаются и руинят. Ну, ничего страшного.
Надеюсь, в этой катке будет интересно. Катка будет реально интересна. Я специально ищу интересные катки. Мне первая катка на разоре понравилась в троечке. Вторая катка дамагерская, она такая себе, знаете, среднячковая. Ну, в принципе, тоже интересная. Ну, дамаг, билд, он сам по себе интересный, очень много фрагов. И сейчас у нас такой фановый билд, который тоже будет интересный. Посмотрим, как у нас все будет получаться. В любом случае, нужно будет сделать БКБ. Тут, посмотрите, какие неприятные герои. Пуш, но пуш будет через БКБ кусать в любом случае. И поглядим, как катка будет складываться. Секретный билд, что я собирать буду, не скажу, но аганим стопроцентно будет. Это да, 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 аганим, конечно. Как тут без аганима, ребятки? Без аганима никак, никак. Допикивают, ребята, ластового персонажа. И погнали, погнали. Ластовый персонаж, интересно, что вот этот парень пикнет. И что у нас седьмой слот пикнет, очень интересно. Там, небось, какой-нибудь сейчас фантом еще будет. Фантом Лансер, которого никто не будет ганкать. Кстати, фантом Лансер тут изи живет в этом пике. Только Зевс будет подпаливать, а там Бара будет гангать. Будет очень тяжелая катка. Будет Бара гангать, пуш работать будет. Будет поцелить Инча на рандоме. Инча на рандоме. Ну, такое. Спектра в бане? Рики с диффузами. Да, Рикимару хорошо зашел бы тут дазла перекрывать сразу и все. Так, погнали. В центральную. Погнали в центральную. Центральную. Let's go. Кстати, Валентин зашел, да, я вижу. Но тут еще, по-моему, пару подписчиков зафоловилось. Ну, знакомые ники, по крайней мере, первый слот знакомый ник. Четвертый. По-моему, знакомый ник. И все. И все. Так, let's go. Хорошо. Качаем второй. Гайди забыл там. Класс. Пирамид. Я смотрел гайды Разори. Так, отлично. Хорошо. Так, ну наша задача в этой катке. Так, аккуратно там. Возможно, там пуш, возможно, будет. Стоит пуш, возможно. Сразу готовимся на то, что катка будет заряженная. С третьим слотом аганим будет. Сначала будет у нас фейзы, потом у нас будет дагер. И третий слот это у нас будет, конечно же, аганим. Через аганимчик каточка нам нужна. Так, Магнуса, если он подхукает, да? Ага, я понял. Вот оно что. Неплохо. Неплохо. Сверхразумы. Ну, ТПшки нету, да? Печально, но я хил продам, не варик. Столько крипов прогуляю сейчас. Столько крипов сейчас прогуляю, жесть. Что ты хочешь? А, дазл еще тут. То есть вы еще по линиям не разошлись. Если я его сейчас заберу, будет очень хорошо. Крест. Вот этого можно забрать. Ну, почему? Ну что это? Ну кто на первом левеле крест качает? Ой, жесть. Но он мне сейчас ничего не даст. Прикиньте, как мне мид уже обосран. Тупо чуть-чуть не хватило там забрать, там крест накинули. И я сейчас прогуливаю, у меня будет первый левел, у него третий. Жесть. Плохой старт, очень плохой, ладно. Два героя отзонили, в пятером убили, два героя отзонили. Как будто, знаете, как будто знает, что я там зашел или что-то еще. Как обычно. В играх с подписчиками такое обычно бывает. Можно хилку, наконец-таки. Жесть какая-то. Обычно в играх с подписчиками так пятером там запотеют на одного бедного Разора. Ладно, терпим. Ну, пуш такой. На третьем левеле возьмем.
Возьмем кнопочку дополнительную. У меня 400 хп, я в принципе могу умереть от пуджа тут на изи. На изи могу умереть. Ботл. Это плохо. У меня ни сапога, ничего нету. Найс, бычишь. Хорошо, ну. Хуканул крипа. Можно бить. Суицид будет. Ну, понимаю. Я не удивился, если бы я еще в упор промахнулся. Упор промахнулся. А мне повезло. Крипа попал. Крип был ближе. Я, по крайней мере, подфармлю фри. Фри подфармлю. Сапог куплю. Надо на руну сбегать. Хорошо. Гоу хилку. Блин, ну не знаю, такое себе. Такое себе. Пуш очень, ну, очень жадно, очень агрессивно играет. Я не знаю, даже я не уверен, что я его потяну без хила. Без хила, что я его потяну. Не уверен, что я его без хила потяну. Сейчас у меня не будет второго, он может подловить этот момент и напасть. Надо крипов добивать еще. Так, Кура пришла мне с артами. Хорошо. Кстати, не первый пуш, против которого стою, но с этим пуджом стоять тяжело, потому что Дазл ему очень много дал. Я был первого левела, он был третьего, я понял. Опять я умер, да? Ой, еще и относ. Пассивку надо вкачать, ребят, срочно. Еще и относ. Тычка, еще относ. Ужас какой. Сосем, что сделать? Так, ну, дамаг вкачиваем. Алло, ты там что ли стоишь по КД? Хорошо, да опять относ! Да хватит относы по КД! Просто жесть! Это смешно, смешно. Это просто не смешно, но серьезно. Ой. Я просто по КД фижу. Ну, сори, сейчас вард поставлю. Окей. Саппортов нет. ЦМ-ка Джаггеру саппортит. Пусть саппортит. Хорошо. Приду сейчас, вардик поставлю себе. Что еще мне делать остается? Ну, еще вард купим, ничего страшного. Один вот сюда. Угу. Стоит, да? Пассивки нету, это плохо, большой минус. Что пассивки нету? Потому что бара. Бару не вижу. Печалька. Если я пойду на руну, я пуджу с фижем, мне кажется. Лох мид. Могу пуджа принимать или нет? Густики. Хорошо. Ну, разор вардит, разор лох. Классика, в принципе. Ребят, никогда не ведитесь на вот это говно, на вот эти провокации. Ну, ЦМ-ка не доигрывает. Саппорт, варды не стоят. Я должен варды ставить. Вот зачем сейчас ЦМ-ка пришла, не понимаю абсолютно. Магнус, Хейл стоит, больше некому вардить. Мне приходится и поставить вард, и принимать на себя двух игроков. Он животное по КД бежит. И... ну, на восьмом я только ауру возьму.
У меня вдвоем просто прессингуют, но я еще и варды вынужден брать. А что сделать? Что сделать? Игра такая. Ничего не поделать. Животное еще роумит. Не знаю, почему кристалка не выполняет роль саппортинга. Очень странно выглядит это все. Ну, значит, так надо. Значит, ребята поуставали немножко. Фармим. 8-й левел берем. Пассивочку открываем. Уплотняемся. Когда у вас игра не идет, ребята, уплотняйтесь просто. Вот 1000 хп у меня сейчас. Чуть посильнее буду. Чуть-чуть совсем. Бару я соло не убиваю. У него есть чардж мана. Скорее всего, там еще и пудж будет. Пуджа я не вижу уже очень давно. На 8-м левеле пассивку возьмем. Пару отзоним просто. Хорошо, пассивка есть. Все, если что, у нас есть оповещение на баратрума. Если что. Что он бежит. Тяжелый мид, легкий конец, ребятки. Легкий конец. Вон пудж идет с кустов, да? Ага. Пудж идет. Я руну заберу и ТП, наверное, сделаю. Хорошо. Хорошо. Лох мид пришел. Лох мид пришел. Так, лох мид тут. Смотрите, бежит животнич. Есть замедло? Хорошо. Этого он уже не зацепим. Пейзы. Отлично. Пока тут идем, там подфармливаем. Отлично. Показываем свою лучшую игру в мире. Камбэкаем с 0-3. Возвращаемся на исходную. Лох мид. Это помните, как Фурион? Ерак, лох, пишет. То же самое. Отвечаю. Ерак, лох. Эх, дед подставил, да? Ирак, лох. Так, хорошо, Ирак, лох. Хорошо, лох мид. Так, ну что, варды вроде стоят. На топе Юрнер ставит варды. Не знаю, ну кристалка, во, пошло, пошло. Вардинг пошел, видимо. Валентин проснулся. Такой, так, я же на ЦМке. Надо подработать. Базилку можно мне? ТП-шку. Бара пошел, да? Я иду, успею. А, относы найсовые. На лох-п. Всегда так любил относы делать. Относы люблю. Такие тем более. Так, оповещение у меня работает, если что. Ура, есть. Опа, оповещение сработало. Бара бежит. Опа, отменил. Молодечек, посмотрите, хапает. Умничка. Ох, нифига себе, там засада. Повезло, повезло. Мне повезло. Так, очень активный мид тут. Ну, оповещение есть, если что. От бары. Надо было сразу вкачать. После первой же смерти. Оповещение. Фармим даггер, ребят. Так, 10 минута, 53 крипа есть. Что там, суета, да, на топе? Я так пойду. Через Т-шку. На ТП-шке я не пойду уже. Пешкой. Пешкой пойду. Есть у меня, если что, тангус еще. Тангус есть. Ай, крипы. Энди крипы как не в тему идут. Хорошо. Пришел, так сказать, доедать. Доедать пришел. Лох мид. Лох мид. Так, не лох мид теперь у нас в игре.
Кидай стан. Господи, самый легкий рез в мире сбил. Самый легкий рез. Хорошо. Ребята повестили. До 15-й нету реса у него. Плохо стан. Надо забирать. Может еще Леврика сейчас в лесу встретим. 17 стиков пуш. Если я успею накинуть второй, нажать ультимейт. То это будет годно. Это будет круто. Хорошо. Так, е, рак, лох. Рак мид. Рак мид. Так, варды кончились мои, да? Рак мид. Становится. Так, Леорика надо убить, пока у него реса нету, да? Сейчас даггеры, погнали. 2200 имеем. Вон они за вар, за этим, за даггером. Лучше 1100 хп. Хорошо. Тяжелый старт, легкий конец, ребятки. Придержимся этой темы. И все вроде должно получиться у нас. Тайгер есть. Отлично. Кристалка, надеюсь, у нас запакует варды сейчас. Так, есть один сентричок у нее на миду. Пробафанный герой под армором, да? Инча на топе. А где у нас Леорик? Леорик не будет знать, что у меня дайгер. Надо будет закинуть ему кнопки и подойти поближе. Там Джуманакс ломает скелетиками. Леорик, наверное... А, вон он, Леорик идет. Сюда идет, сейчас будет тут. Тут сейчас будет. Или не будет. Лучше идет. Жесть, они что, знают, что мы тут, что ли? Знают, что мы тут. Да по идее не должны знать, что мы тут. Вот сюда кто-то же должен на мид выйти. Или тут вард стоит? Но так не пойдет. Мы топ просто так отдаем, получается. Жесть, прикиньте. Ужас какой. Лучше б не сломали, да? Типа мы рассчитывали. На что мы рассчитывали? На драку, да? Ну, 14 уже есть Леорик Арес. Животное, да, бежит там. Интересно, он один будет там? Помогут по-любому, если прыгну. Я не успел просто. ГГ. Я увидел путь, что кидает кнопку, но уже не успел там. Не успел отблинковать. Да. Жесть, конечно. Конечно, жестко. Бара. Найс, отменил просто. Они слаженно бегают от животного просто. Я вообще актуально сейчас не держу. Я фижу просто, посмотрите, я 4 раза умер. Я топ-фидер на карте. Пудж 4 раза умер. Но это Пудж, он умирает постоянно. И я на разоре 4 раза умер. Не знаю, куда идти, что делать. Вроде собираемся с командой, но гангануть ничего не можем. Ладно, надо перетерпеть, выфармить и гоним. Провести пару хороших драк, у Леорика уже есть рез. У меня есть оповещение по поводу чаржей Баратрума. И надо аккуратно под этой темой поработать, пока у Пуджа нету даггера. Хотя это сомнительно. А, нету еще, да? Еще нету. Сомнительно, что нету, да? Ну, нету на самом деле. Я мид ломать буду. Угу. Сейчас. Рассказывай истории. Ну, команда где-то один в лесу, второй внизу стоит. Я в миду стою против двоих. Жесть, что происходит? На топе Зевс ему все равно вообще, что происходит на карте. Огонь низ, что ли? Я не знаю.
Его низ, что ли. Будем в доту играть сегодня или нет? Не было ни разу такого, чтобы драка какая-то была у нас. Прям вообще жесть какая-то. У них везде варды, что ли? Животное бежит. Зевс, конечно, там зашел вообще. Хорошо. Кого ты бьешь? Почему он тавр бил? Ребята, это что за механика игры? Почему у меня герой тавр бил? Я нажал ближнего атаковать. А у меня герой начал тавр бить, прикиньте. Ужас какой. Ладно, я в плюсе все равно, как бы тавр забрали мы, да? Зафармили. А вот сейчас непонятная механика была, почему он не ударил инчу. И забрал мой фраг, забрал кто? Кто-то там непонятный забрал мой фраг. Непонятный салат. Ладно. Все норм. 1700 есть, почти есть, и гоним. С гонимом сможем убивать любого. В принципе. Бара побежал, я на базу. Ага. Так, пишем. РПХ есть, но маны нету. Все, го на базу. Го на базу. Ну, бару вытянули. А у меня слэш есть же, есть. Смотри, не жмет кнопки на джаге. О, крутилку нажал, молодец. Рак мид. Рак мид. Опа, РПшка будет или нет? Ну, рак мид получается. Меня в драке нету, ребята, пошли. Я тут не нужен в игре им. Я дпхнусь сюда. Я там им не нужен уже. Хорошо. Но я на себя самую тяжелую ношу взял. Мидера, которого душат просто. Я не нужен своей команде. Просто посмотрите, что они делают. Они сами выигрывают. Я тут лишний в тиме. Получается, рак мид, да? Правильно. Что делать? Это вам не против бары стоять на миду. Ладно, пойдет. Могло было и хуже, правильно? Могло быть и хуже, вот так выразимся. Могло быть и хуже. Хорошо, возвращаемся на исходную. Странно, почему тогда, блин, ничего себе таки не ударил. Ладно, не суть. Короче, аганим нужен, ребят. Аганим и, скорее всего, линку, либо БКБ-ху. Но лучше линку. От пуджа еще. От пуджа еще отлично будет. От пуджа прям отлично зайдет. Хорошо. Так, ребята там рассредоточились. Ну, почти есть. Аганим. Я, если честно, уже запарился его фармить. 24-й сделаю с такой игрой. Опа, пуш кусается. Бара прибегается. О, хук. До свидания. А Зевс мог раньше улетать, кстати. Его помогать ребятам. Рак мид. Рак мид. Пуш там идиот, да? Вот такое. Рак мид. Ну, в меня бежит рак мид, да? Кристаллоидка влетает. Хорошо. О, так это что? На вставочку. Ясно. Ясно, просто напишем. На нарезку. Какую нарезку? С таким Зевсом стыд. Стыд просто. Просто забрал. Ладно, пойдет. Такое, ну камбэкаем, ребята. Как начиналось? 0-3 стоял. Вспоминайте, вот это, как было. Стоял как. Вот я вот прям так и напишу. Хорошо.
Не надо, дядя. А чё у меня слоты не собрались? Лол. Не надо, дядя. Хорошо. Не, ну Зевс Крысич, согласитесь, так делать зашквар. Зашквар так делать. Так, ну мне бы плюс один. Я бы тут поддушил. Плюс один, я бы поддушил. Так, они что, в Рошана пошли? А нет, а нет. Дорогой. Хорошо, и тебя туда же сейчас отправим. О, БМ нажал. Инча еще тут. А я умру тут, скорее всего, да. Вард стоит. Ну вы поняли. И рак мид. Леорик стоит. Типа, вот ты меня не видишь, но у него дагер есть. Колбу ему сразу и до свидания. У него, по-моему, нет реса. Крутится волчок. Крутится волчок. Давай, Джаггер, тащи катку. Так, ну 20 секунд реса. Не знаю, фижи, ребят. Не получается на разоре играть дотку. Хорошо. Короче, все равно по билду идем правильно. Катка будет интересна. Я для своей команды вношу очень много импакта своим врывом. То есть я сейчас забайтил на себя 4 героев. И их забрали. Ну, кроме Леорика еще. Леорик 5 был. Забей, сбей ему вторым. Ты что там, потерял контроль, что ли? О, я сейчас вовремя, кстати, туда прилечу. Через Т-шку. Опа. Ксукс бы. Этот минус. О, и тебя тоже минус. Там крест, прикиньте. Ужас какой. От этого я не пойду. Хорошо. Есть интересный рез. Только не с импетуса умирать. Я не умираю с импетусов. Опять варды ставят. Не, Б. Столько не умирать. Животное еще побежит. Ужас какой, да? Чисто драки лютейшие. Подарок. Мне ж надо собирать на про-аккаунт, пацаны. Хотя бы на про-аккаунт на этом аккаунте. Так, Зевс там фарм мой гоняет. Но нет смысла, он не оставит. Типа надо бежать туда. Он молнию, кстати, не качает на у него. Хорошо, оставит хотя бы. Зато от стил оставил, все, прощаю. Прощаю, 4 крипов. Прощаю. Так, ну что, БКБ хоть сделать? Ну блин, там импетусы душат через БКБ, вообще пофигом. Импетусам вообще пофиг. Было бы круто, знаете, что сделать? Лотар, но там центрики будут. Там БМы. БКБ-ху давайте все равно сделаем. Так, оповещений не было на баратрума. Соответственно, бежим домой спокойно. Нормально, пойдет. Пойдет. Так, есть. Наша задача сейчас прикупить себе, скорее всего, будет Black King Bar, ребят. Поэтому давайте купим Ogre Axe и купим Recipe Black King Bar. АБКБ Ханекст. Подраться. Подраться, пацаны. Хорошо. Я сейчас тут. О, я сейчас не тут. Найс, отменил. Найс, отменил. О, Бара поехал кататься. Ну, недалеко поехал кататься, кстати. Пудж. Пуджа почти огоним. Минус армор пошел, да? Леорик там в кустах стоял еще. Раскинули кнопочки. Будет нападать, нет? Могут, кстати. Вот эти кайты можно было сейчас подловить, кстати. Магнуса есть кнопки. Мог троих сейчас поймать. Я бы прыгнул под душу. Хорошо. Я первый не пойду.
Вот так вот сделаем. Хорошо. Но это плохо. Меня импетусами душат. Но Лёрика нету дамаги там. Хорошо. Уф, отлично. Рак, мид, лох. И рак, лох. Хорошо. Пойдет. Ну, в размен джаггернаута. РПшки не было. Да. Он без реса. Не дает РП Магнус. Держит зачем-то. Держит зачем-то. Ну, Т-шку ломаем. Сейчас БКБ-ха будет, ребят. И пойдем свои артефакты делать. Ну, очень. На самом деле, такая агрессивная каточка. Комбуцкаем, парни. Комбуцкаем. Ну, давайте так делать. Я умер, скорее всего, да? Хорошо, что стан не дал. Б. Надо уходить. БКБшка есть. Не дает, да, Магнус РП, очень странно. Не дает. Странно, парнишка, что-то как-то. Не дает РПхи. О, еще и умрет, да? РП дал таки, но не поможет тебе это. Не поможет. Не поможет, дружище мой. И Джага, скорее всего, сейчас Рошан отдаст, да? Подбодрим немного Магнуса, может он переживает, я не знаю. Пусть берет. А, ну я возьму, окей. Хорошо, как скажешь. Так, ну next, Октарин. Next, Октарин, я думаю, сделаю. Октарин и рефреши. Конечно, рефрешер, Октарин, рефрешер, ребят. Катка секретная. Через два ультимейта. Через два ультимейта должна быть. Но у меня не дофарм лютый, конечно. Но сейчас 30-я минута, конечно. Вы что, на 30-й минуте хотите, что ли, все? Это нет, так не работает. Поэтому по чуть фармим. БКБ-ха есть. Это значит, что сейчас будет плюс разнос. Кстати, катка, я заметил, полноценная. Все стараются. Да, есть ошибки, бывают. Но, тем не менее, все стараются. Хорошо. Стараются. Оп, хорошо. Так, ну что, гоу, включаем кнопку. Хорошо, сейчас раздамажим. Хорошо. Ну, ультимейт СМ-ка чисто зажала, и там никто ничем не сбил. Трипл изи. Молодец. Но без Магнуса. И без Джаги, да? А, нет, Джагу забрали сразу. Джагу сразу забрали. Я уйду. Мы вряд ли зайдем. Хотя есть РП, но нету кнопок. Нету кнопок. Нету кнопок. Хорошо. Хорошо, Джага ресницы и пойдем. На топе фарма много. Джага не торопится. Три тысячи есть. Сол бустер сейчас купим. С
Солбустер. Кстати, люблю этого Разора через Аганим. Не знаю, мне он очень нравится. Очень нравится. Новогодние подарки кто-то собирает. Не везет, не падает перед лицом. И в то время, и в том месте. Так, хорошо. Сейчас пойдем, наверное, Аквилу сольем, да? Купим Солбустер. Сейчас крипа вот эту забираем и идем. Джаг ушел в АФК, да? Плохо. Ну, может, что-то случилось у него. Так, регенчик. Без него. Darkness guide me. Уч. Но я Егу разменяю. РПшка есть? А, РПшка есть. Ультуй. Чё паришься? О, дал кнопку, прикинь. Не, хорошо. Кристалка поздновато ульдала. Но Леворика надо забирать. Хорошо. Я живу в любом случае. Хилочка. А, не успел. Но он без дамаги. Хорошо. Хорошо. Я даже БКБ-ху не юзал тупо. А я ясную. Отлично. Хорошая драка. На себя закайтил, забайтил, все максимально. Ну, оппоненты злостные на самом деле. Вначале жестко душили, сейчас уже послабился. Натиск. Ну, вы любите такие катки, где меня насилуют? Насилуют, а потом... Насилуют, а потом камбэкаем. Правильно, это ж весело, это ж интересно. Хорошо. Это же весело. А ульт на подфармку, гоу. Кто-то в миду дерется, да? Зря они там дерутся. Попробуем помочь чем-то. Или нет, или все уже. Плохо. Я пойду заберу Октарин свой с магазина. И рефреш буду выфармливать. Да, рефреша чуть-чуть. С рефрешем драки вообще изичные будут. По два ультимейта. Ууу, я без ульты. Я без ульты. Пэкаем. Уф, хорошо. Самое смешное было бы, если бы я сейчас подставился, юмор. Ну, убежить. Убежить, Магнус. Убежить. Так, пойдет. Отлично. Есть Октарин, ребят. Остается нам рефреш, но это пару драк буквально. Одна драка, в принципе. И можно хэвешку зайти, я думаю. Можно еще тэшки побить. Топ-тэшку. Повердем. Кристалка, молодец. Сейчас все заваржено. Отличная позиционка у нас сейчас может быть. Как Леорик там, да? Сосем у Леорика. Жму БКБ. У Леорика дамаги высосал. Но тем не менее. Хорошо. Хорошо. Отлично. Барочку тоже можем догнать, в принципе. Стой. Да, таймингист. Ой, кристалка еще и животничек подцепила. У меня дамаги много. Бара попытался разгон дать в колбе, а он сразу колба сбивает сразу, мгновенно разгон. И получается так, что входит чарж в КДшку, и ничего не происходит. Так, ну ломаем ХГ, фри ХГ. Эх, прервался. Ладно. О, поймал козочку. У меня там этот Лотариус. Подарочки.
Так, но минус мид. Пришка. Мне кажется, надо уходить отсюда. От дефиса. Пойдет. Такого дерьма. Камбэк. То есть. Я с 0-3 просто. Камбэкнул. С 0-3 просто камбуцки. Че там, персеверанс один есть, да? О, сколько крипов. Вот так делать. Просто с такого дерьма камбэк, ребят. 0-3, бара за гангл. Джага писал ей рак мид. И а чё? Какой смысл? Каточка-то выигрывается. Каточка-то выигрывается. Общими силами. Не Е, рак, мид, а общими усилиями. Хорошо. Он Void Stone, там, да, и чит остается. Так, пацаны, wake up and die. Фармим с аганимом тоже. С ультимейтом, вернее. Будем поднимать ульт тут, потому что так долго будем фармить. Долго фармить будем. Так, побыстрее выфармим. Есть второй, персеверанс. С двумя ультимейтами там шансов, по-моему, у них вообще не будет в драке. Хорошо. У нас еще тэшка на топе стоит. Хорошо. Пойдет. Ультом можно по КД фармить, блин. Прям кайф. Быстрая КД с Октарином. Ну, вы все, в принципе, это знаете. Я так часто собираю на стримах. Так, есть, имеется. Имеется. Так, wake up. Вот так вот можно смело сделать. Хорошо. Хорошо. На топе сейчас соберем. Очень быстро фармится. Жесть. Просто посмотрите, сколько у меня уже золота. Только что 800 было. С ультимейтом вообще жесть, как быстро выфармливается. На подфарм включили, побежали. 1600. Вот эта пачка. Эта пачка. Хорошо. Есть рефреш. Ульт тоже уже есть. У меня ульт только кончился. О. Ульт только кончился, у меня уже все есть. Хорошо, рефрешер есть, ребят. Секретный билд собран. Каточка интересная. Тяжелый старт, легкий конец. Магнуса зацепили, начинается драка. Кидается импетуса Магнуса. Магнус подтягивает к ЦМке, поближе ЦМку юзает ПКП. Юзает самому мне слэш пуджа. Пудж начинает задушивать. Юзается тундер в рез. Ой-ой-ой, подбегает еще, ударяет Джага. У нас вот эту вот вонючую козочку. Умирает она в колбе, стоит у нас баратрум. Влетает сюда еще. Разор влетает сюда. Трипл килл делает Джиггернаут. Но оставим мы ему вот этого чувака. Вот этого чувака будем толпой убивать сейчас. Второй ульт я тут юзать не буду. Забрал ты его там? Не забрал? Серьезно? Вот извращенец. Но тут Джаги уже ничего оставлять не буду. Ничего. Я Дазла специально оставил, думаю, Джага заберет. О, вот так вот, нагло. Хорошо, сейчас с двумя ультимейтами будем заходить, посмотрите этот кайф. Двух ультов. Они не вывозят вообще драки. Там ЦМ-ка уже просто с ультимейта всех убивает. Не могут они, Бара не может законтрить. Пуч тоже ничего не может сделать. Странно, что Джаггер сейчас не забрал Дазла. Очень странно. Я специально Дазла оставил Джиггернауту. А то он ей рак лох пишет. Хорошо. Общими силами выиграли. Молодцы. По кайфу. Некуда. Ты бери. Так, виллу выкинь. Хорошо, с Джаггером договорились вроде. Знаете, как это было в топ-ТБ, я помню.
Во-первых, скажу, что такое топ-ТБ. Топ-ТБ это игры, где играют почти одни и те же игры. И, ну, игроки и постоянно играются там, ну, так, ну, 5 на 5 там играют постоянно в доту. И там, ну, сильные игроки такие, в общем, равнозначного скилла, то есть одинакового скилла в целом. Понимание игры, ну, не все, конечно, одинаково, там есть кто-то выше, кто-то ниже и тому подобное, не суть. И как было, когда проигрываешь игру, ты конченый, я тебя там, ты конченый, я тебя в рот, там, тебя там, твою маму, там, твою нацию, все такое. Как только выиграешь, брат, молодец, красавчик, хорошо играешь. Вот это вот жесть. Давайте вот так вот сделаем. И займем второй ультимейт. Хорошо, пошли два ульта. Леврика я вытягиваю. Еще БКБ. Куш умирает. Или не умирает? Куш не умирает, да? Жесть. Пуч выжил, прикиньте. Под двумя ультимейтами. Пуч там, ну, дазл дает вещи. Но не сломаем. Ладно. Ладно. И мидирак. Дазл много моросит. А у меня ультимейт с лоу хапового уже не переключаются. Так, ну взяли. Еще одну сторону. Хорошо, еще подарочек. А нету больше нигде этих колбочек. Я бы ушел отсюда. Тревел надо сделать. О, тревел. Обощу всю ситуацию. В Ираке. Ну да. Гоу Куру. Так, ну что, готовится у меня вот так. Бара 1.13, лол. Рекуру. Бара 1.13, есть ДДшечка, да? Так, 3000 хп, 2000 маны. Хорошо, ну зашли мы вторую сторону, можно сейчас и третью идти. Смело, 44-я минута игры. Опа, животное побежало. Животное побежало, го поближе к себе. Под тавера. Как хорошо, что оповещение есть, тут опс. Есть вот так вот, 20 секунд. Хорошо, Барат минул чарш. Что он делает? Что ты делаешь? ВТФ. Что он делал? Чисто подписывайтесь на канал в Ютубе, играйте как Магнус. Оп, смотри, что делает Пуч, браконьерит. Инвиз. Он думал, у него инвиз. Ну да, в принципе, логично. Ну, два ульта пошло, смотрите, разнос пошел. Опа. Да переключись ты на Пуджа, ультимейтная. Давай ее туда же. Смотрите на это просто. Испепеление. Просто испепеление. Я их испепелил просто ультимейтами. Хорошо. Готовченко. О, муншарт еще докупим сейчас. Просто ульты в действии. Хорошо. Хорошо. Жесть, если вот так соло на соло герой остается, типа испепеление просто идет. Хорошо. 90 сек, ну полторы минуты. О, муншарт еще сюда до кучи. Ух! Ух, жестко получается у нас. Жесткий разор. КД. КД. Ну, можно сломать пойти, в принципе. Но это также неинтересно. Нужно еще раз зайти с рефрешером. Вот чуть подождем. И зайдем. Закончим. На контент, ребятки, играем. Если играем на контент, значит, игнорируем основные действия. Но вам не нужно это игнорировать. Вы в этот момент пошли бы заканчивать. Я подожду КДшку и на валим зайдем. Прям по кайфу. Хорошо. Рак мид.
9-6, 12 джиггернаут, 12 ассистов, у меня 16 ассистов. То есть те фраги, которые я делал, можно считать эти фраги соло. Опа. Дай дамагу. Опа. Не хочу ульти взять, хочу с рефрешем. Рефрешем хочу. Лерик идет. Бычится. Но я не хочу драться, пока рефреш не откатится. Выхукал джиггернаута. Хорош. И рак лёг. Давайте дамагу будем сосать хотя бы. Ультимат есть. Сейчас. Опа. Вторая ульта пошла. Хорошо. Жесть. Но, ребят, на самом деле билд очень жесткий. Новый год ЦМ-ка устраивает. Очень жесткий билд. Тестите, пробуйте с двумя ультимейтами, бегайте. В принципе, я думаю, на этом каточка закончена у нас. Закончен у нас гайд на Разора. Напишите, какая катка вам понравилась больше. Но мне кажется, самая первая катка на троечке была самая интересная. Тут тоже был прикольный один момент. Тупо то, что я испепелил ультимейтом. Но в целом, если бы игра была подольше, то ультимейт очень жестко заходит на соло-таргеты. Но, в принципе, я думаю, вы поймете. Ну и также тут еще и жесткий камбэк. Жесткий камбэк в том, что я сначала очень сильно сосал, не было вардов, пришлось купить себе варды, поставить. Потом уже все подключились. В целом, командная игра очень хорошо, и варды были. Кристалку у нас понапокупала. Сколько? Words. Хорошо, смотрите. У меня что там? Я 6 начальных взял, да, вардов? Где варды, варды? 6 начальных взял, взял вардов, и кристалка 56 напихала уже. То есть 6 начальных, которые мне помогли чуть-чуть камбэкнуть, они очень решили. Ну и в целом, катка получилась, надеюсь, интересная. Судить вам, ребят. Уф. Напишите комментарий все-таки, что там, понравилось или нет, какая игра. На этом все, ребятки. Спасибо всем, кто посмотрел этот гайд. Обязательно поставьте лайк за старания. Хотя бы за старания, не за те моменты, которые были в играх. Хотя бы за старания, за историю героев в целом. За то, что я объясняю, как работают все скиллы. Да, катки всегда получаются там не очень удачные, получаются удачные. Но в целом, надеюсь, вам понравится. Все, с вами был Ксеназис, Хназис, Ксеназис. И до скорого. А, еще сейчас будет вставочка небольшая. Прям сейчас. Вот прям сейчас. Все, начинается. Он может найти их в большем количестве. Овладел оболочку, если тот согласится служить силам Скорж. Разор согласился, знал, что его так как знал. Страха противника. А где, как не на войне он может найти страха противника?